Здравствуйте. Ну и Квинна. Посмотреть свысока, отлететь ненадолго и поднять шары. Это все тема моего проекта. Разработка фирменного стиля и мобильного приложения для клуба воздухоплавания, сервиса по организации полетов на воздушных шарах, аэростатах. Особенностью клуба является проведение пленэров на высоте, удаленного прохождения предполетного инструктажа и возможность покупки билета для себя и для друга одновременно через мобильное приложение. Для проекта я использовала два шрифта, первый из которых современная ленточная антиква, и шрифтовую пару ей составил спокойный геометрический гротеск с нейтральным характером. Для логотипа, в основе которого лежит название клуба «Просторы», я использовала ленточную антикву, у которой внутрибуквенное пространство достаточно широкое, создает правильный объем и стремится к форме шара. Как основная идея проекта легла красочная иллюстрация, которая хорошо подчеркивает яркость ощущений от реального полета. Так развивается фирменный стиль в дизайне плакатов. Основу его составляет акцент сделан на иллюстрациях, и в дополнение к нему акцентный слоган, который является частью этой композиции. Также я ввела цветовое ограничение, использовав только один цвет и его оттенки для каждого из плакатов, что хорошо помогает акцентировать внимание на главном, не уводя внимания, и хорошо работает в наружной рекламе. Например, вертикальный формат можно наблюдать на слайде на ситилайтах. Так мог бы выглядеть горизонтальный формат рекламы. Также клуб использует минивены для поездок от места сбора до взлетной полосы, и реклама на минивенах могла бы выглядеть следующим образом. В качестве имиджевой продукции могут быть предложены худи ярких цветов и термобелье для полетов в холодное время года. Как сувенирная продукция могут быть предложены брелоки. Дополнительной печатной продукцией может быть паспорт участника клуба с отметками о полетах, печати взлета и печати приземления, печати, отметки о пройденных инструктажах и отметки об участии в мероприятиях. Клуб поддерживает идею дружеского общения и встреч, поэтому реклама в социальных сетях также уместна, и видеопост мог бы выглядеть следующим образом. Купить билеты можно через мобильное приложение. Этот путь выглядит следующим образом. Сейчас на экране заставка. Выбираем локацию, тариф или программу, выбираем нужный день, время из предложенного, подтверждаем нужное количество билетов. Также пользователь может видеть уже количество купленных билетов. Если пользователь передумал, можно перевыбрать количество билетов, поменять его на один, проверить всю информацию и оплатить. Билеты отображаются в профиле в моих заказах. Также на главном экране отображается информация о ближайших полетах, чтобы пользователь точно не забыл о ближайших мероприятиях. Спасибо большое за внимание. Правильно, я начну. Или нет сегодня, он обычно начинает, я начну с него. Спасибо большое. Интересная, стройная, достаточно аккуратная концепция. Отдельный респект за motion, за работу со звуком. Спасибо, что прислушались к комментариям. Метафору действительно удалось отработать. Настроение есть.
И вот тут такой момент, вот то, что в моушене отрабатывается за счет звука и за счет того, что есть другие объекты. Я вот в развитии этого стиля, возможно, в портфеле в дальнейшем обратил внимание, что у вас сами вот эти шары, которые сами по себе прикольно выглядят, они не совсем похожи на шары воздушные, на которых плавают, потому что нет корзины. И как будто бы это, может быть, и было бы нормально, покуда у нас есть облака. Мы понимаем, что это большие шары в облаках. Как только они оказываются изолированными, да, они превращаются в детскую игровую комнату. Вот когда мерч, например, на автомобиле, уже непонятно, что это в шары для воздухоплавания. Мне кажется, для этой системы это небольшой для вас труд. Добавить, как вы будете публиковать работу в портфеле, мы всем рекомендуем чуть-чуть шлифануть перед публикацией, причем не откладывая в долгий ящик. Вот завтра, грубо говоря, на свежую голову. Добавьте на все носители облаков. Вот, иначе метафора уводит в другую сторону. Потому что так-то можно было выступить с критикой этой истории, ребят, ну, как бы это, типа, не те шары. Но тут, как бы, в этом есть какая-то игра. Я готов там с этим там примириться. Вот. А по остальным вещам, наверное, еще скажут мои коллеги. Спасибо. Я пока Паша передает микрофон, я поддержу его. Сначала испугался. Я думал, что сейчас Паша предложит добавить корзиночки, веревочки, а то ему непонятно, что это шары. Вот. Но в итоге он сказал то, что действительно ощущение от того, что это шары высоко, и вот эти все ощущения передают, в том числе достигаются за счет наличия облаков. Да, поэтому добавить небо, я понимаю. Давайте посмотрим еще раз Motion, вот ваш. Туда, наверное, надо добавить действительно облаков, чтобы они... А, и на машинку тоже. А вот на машине... Можно теперь я? Инна, спасибо. Очень мне зашли цвета, и я как любитель, я была в Каппадокии и все это испытала на себе, поэтому мне это очень откликается. Единственный момент, который, на мой взгляд, немножечко напрягает, это то, что шары повернуты не в том, как бы, не под тем углом, как они реально поднимаются в воздух. То есть, по факту, если вот тот шар, самый левый, повернут туда, то корзина у него где-то должна быть, ну, то есть... Если бы они все были повернуты плюс-минус в одном направлении, мы бы понимали, что они как бы двигаются куда-то, ну, вверх. Может быть, это тоже немножечко сбивает с толку, и когда вот они действительно без облаков, без каких-то дополнительных элементов, которые нам подсказывают, что это про воздух, это тоже сбивает с толку именно то, что они повернуты все в разных направлениях, как будто это как шары бильярдные, которые могут лежать и... ну, в общем-то, на плоскости на какой-то. Вот, потому что с шарами в реальности такого быть не может. Если такое случится, все из корзины выпадут и умрут. Вот, поэтому лично у меня это вот вызвало немножко такой диссонанс. Вот, а в целом, мне кажется, концепция очень клево масштабируется и очень красиво смотрится на носителях. Еще маленький моментик на плакате. Я заметила, что у тебя периодически появляется дескриптор под логотипом, и он получается выровнен центрально. Центральная выкличка у тебя получается. И на некоторых плакатах это создает, мне кажется, немножко грязь, потому что на плакатах везде выкличка по левому краю. Вот там был какой-то плакат, где этот логотип внизу слева, и он с остальными блоками как будто бы чуть-чуть спорит. Вот, на левом самом. Я немножечко не сразу вообще считала. Какого цвета? Вот этот вот фиолетово-розовый, который, да. Видите, там вот везде как будто бы у нас выключка по левому краю, а вот этот логотип немножко с ними спорит, и я не сразу вообще даже считала, что это дескриптор. Вот, может быть, стоит подумать над этой строчкой тоже как-то. Да, но мне просто хотелось все-таки функциональный текст отбить от логотипа и от названия клуба, поэтому приняла такое решение. Да, да, это понятно. Я говорю, что именно в таком расположении, потому что когда он там справа наверху, он как бы, да, действительно, ну, от них отстроен и не так бросается в глаза вот эта вот разница. Вот, а так в целом супер, очень, мне кажется, эффектно. Спасибо большое. Про шары тоже комментарий я поняла.
Мне хотелось показать шары с разного ракурса, что они разные, они летают в разные стороны, но тоже надо немножко покрутить, посмотреть, как это лучше будет выглядеть, чтобы это считывалось именно как шар. Спасибо большое. Да, Инна, спасибо большое за презентацию. Вот. Мне очень понравился достаточно живой паттерн шаров. Очень ярко, вот, но есть некоторые моменты, и я, наверное, обращусь ко всем студентам, вот когда вы ставите QR-код на Figma, посмотрите, что файл доступен, вот, потому что у тебя сейчас заблокирован файл, я очень хотела посмотреть прототип, но не смогла, поэтому покажи, пожалуйста, сейчас вот приложение, да. У тебя появляется в первом экране фотостиль, но в остальном его нету. Вот видишь, вот тут вот. Казалось бы, что можно было поиграть с этими шарами, с их какой-то, знаешь, лоттой анимации, чтобы они как-то появлялись. Да, да, как моушен у тебя был, можно даже вот на экран загрузку поставить. Вот фотостиль сюда как-то не увидела я его там. Также я бы... Все же немножко посоветовала почистить интерфейс, если ты будешь дорабатывать, а лучше доработать, как мы знаем. И мне нравится, что ты взяла, например, Android. Это реально круто, потому что все в основном на iOS, а ты взяла такой вот материал дизайн, который вот, ну, редко кто берет, это очень хардскиллово. Вот. И, в принципе... Еще ты сказала вначале про то, что сервис будет как-то анбордить, инструктировать, да, типа полет на шарах. И вот мне не хватило какой-то вот здесь как раз вот в приложении функционала типа обучения, знаешь, когда вот... Отбординга. Ну, даже не отбординга как самого, а вот, знаешь, инструктаж, онлайн там инструктаж, там по какому-то паттерну, по выбору, там, как лучше летать, как летать, некая обучалка, потому что это прямо из задачи прям как будто следовало. Вот, а так вообще флоу супер. Спасибо тебе большое. Вам спасибо Первый большое. Первый год всегда тяжело, я прекрасно понимаю, но ты молодец большая. Я, на самом деле, тоже хотела бы добавить немножечко. Да, спасибо тебе большое. На самом деле, было классно. Особенно мне понравились постеры. Да, можно их еще раз показать еще раз. Да, мы еще раз понаслаждаемся ими. Да, на самом деле, мне хотелось сказать, что это выглядит как действительно достаточно уже такая взрослая работа, да. Но у меня есть, на самом деле, один такой большой комментарий на тему того, что, смотри, у тебя есть твоя палитра твоего бренда, как бы, да, она вот у тебя транслируется даже вот на каждом слайде презентации. Соответственно, у тебя там есть достаточно много ярких цветов, и в принципе, как бы, цветовая палитра строится на яркости, как бы, да, и на сочетании как раз ярких цветов. А, соответственно, в носителях у тебя очень много монохромных, безусловно, очень классных, привлекательных, ну, как бы, дизайнерских решений, однако это как будто бы не совсем идентика, да, то есть если у тебя, ты фиксируешь свою цветовую палитру, и она строится на конкретных ярких цветах, то у тебя это должно везде присутствовать, вот. Поэтому тут хочется сказать, что вот в этих постерах там и там в наружке, там еще где-то было бы классно внедрить хотя бы немножко других цветов, да, потому что сейчас, если мы это видим, это уже не совсем то, что изначально было заявлено, да, то есть, например, у тебя оклейка там газели или какой транспорта, например, там присутствуют все цвета, а, соответственно, вот это уже немного другое, то есть это другой какой-то визуальный стиль. Вот, соответственно, вот обрати, пожалуйста, на это внимание, да, там в будущем. Вот, а так в целом, ну, да, визуально выглядит довольно клево. Спасибо тебе большое. Спасибо большое за брелки, вообще, это очень круто. Знаете, какая прелесть. Сейчас повешу на сумочку. У вас очень сочный проект, красочный, и ваши иллюстрации очень классно дополняются копирайтом. По поводу вот предыдущей коллеги, вы почему-то не возразили и не показали следующие слайды. У вас же есть и полноцветный вариант, а монохромный мы используем в наружке. Наружки. Почему? Объясните. Потому что нам показалось, что монохромная иллюстрация лучше работает в наружной рекламе, привлекая внимание. На контрасте на цвет, с окружающим миром. Полноцвет, он шумит как бы в пространстве. Когда мы ставим что-то, скажем так, в одной цветовой гамме, да, то есть с оттенками,
оно так заметит. Такое было. То есть это развитие айдентики, и вам оно, надо оно может, просто да, смещаться, это проговаривать. Смещать ну, тогда, внимание. Нет, тогда бы я предложила бы наоборот откатиться. Тогда говорить, что у нас она всегда монохромная, но у нас есть, например, там три цвета. Скорее тогда, так. соответственно, вот от этой яркой палитры, да, стоит отказаться. Ну, то есть все должно быть, ну, как бы консистентно. Все в монохроме. Ну, то есть вы придумываете какое-то решение, и с точки зрения цвета оно должно растягиваться, да, по сути, вот на всю вашу айдентику. Ну, то есть какие-то элементы. Не всегда, не обязательно всегда все должно быть там пестрым, но хотя бы протянуть эту ниточку, как бы, да, хотелось бы. Спасибо. Ну что, отпускаем, да? Спасибо большое. Спасибо большое. Всем привет, меня зовут Алиса, и я рада представить вам свой проект. О чем мы думаем, когда мы говорим про главную поддержку, опору своего тела? Конечно, о спине. Но эта опора бывает разной. Более 40% мирового населения сталкиваются со сколиозом, и где-то 10% имеют искривленные, извините, высокие степени искривления позвоночника. Но даже с искривлением мы все равно сожительствуем со спиной, это все равно остается нашей опорой. И все эти мысли привели меня на разработку фирменного стиля для клиники по лечению сколиоза «Симбиоз». Главной идеей фирменного стиля стало заботливое конструирование и мягкий извилистый путь в поддержании своей спины. Также мне хотелось побороться со стигмой, что сколиоз — это что-то некрасивое и что это нужно прятать. Эта идея с большей силой проявилась на глубинных интервью. Моя целевая аудитория — это молодые ребята 25-40 лет, кто вступает в путь лечения и поддержки своего сколиоза осознанно. Основные цвета, которые я использовала, это маджента, такой теплый белый, тут, к сожалению, не так отражаются цвета, как они есть на самом деле, и составной черный. А основным наборным шрифтом становится Honest. Также важным пунктом моего проекта становится разработка каллиграфического леттеринга. Здесь можно видеть, как мы с Аленой, нашей преподавательницей по каллиграфии, активно думаем над ним. Вот. В целом хотелось отразить заботу и близость через леттеринг, но тем не менее не уходить в такую округлость и некую детскость, поэтому мы рассматривали каллиграфический леттеринг на основе гротесков. Это как выглядит итог. Также важным графическим элементом становится линия, которая ведет от буквы к букве и в какие-то моменты эту букву огибает, как будто поддерживая. Фирменный стиль делится на две коммуникации. Первая — это сама клиника, а второе — это комьюнити. Комьюнити нужно было для людей, кто чувствует себя достаточно одиноко в сколиозе, но тем не менее хотелось их сделать достаточно привычными для аудитории мероприятиями, такими модными и прогрессивными. Здесь можно видеть все графические элементы, которые я упомянула на плакатах. Также важно отметить, что мною был разработан фотостиль. В первом случае сверху это коммуникация более строгая, это коммуникация самой клиники. Тут фотостиль зашит в сам путь, а внизу мы видим коммуникацию комьюнити, оно такое более динамичное за счет того, что фотографии расположены как фон и добавлены мажентовые плашки с типографикой. Это как выглядит в динамике. Простите, сейчас. Ладно, мы вернемся. Это как они выглядят в городской среде. Это горизонтальный формат рекламный баннер. Тут печатные носители, это заключение врача, ID-карточки врачей и также достаточно удобная штука, это тубус для рентгена.
Если говорить про коммуникацию соцсетей, то здесь можно видеть, как примерно выглядят посты, а также коммуникации через сторис, клиники и комьюнити. Все идет не по плану, но ничего страшного, мы идем дальше. Вот, это мерч. Мерч я решила сделать с футболкой, которая с нашей фирменной каллиграфической линией, а также с имитацией сколиоза. Также мы видим наклейки, и коронный номер — это маджентовые кроксы для врачей в клинике с джибицами, с нашими буквами. Это была задумка партизанской расклейки, которая привлекает к себе внимание Венеры Милосской и как будто бы не сразу отсылает нас к клинике, тем не менее мы можем ее считать наш фирменный стиль за счет позы Венеры. Если говорить про приложение, то здесь все собрано для пользователя, и медкарты, и расписание тренировок. Также можно посмотреть мероприятия, почитать статьи. И самое главное, записаться к врачу онлайн, чего нельзя у других клиник сколиозу. Выбираем специалиста, например, ортопеда-вертебролога, читаем, кто такой врач этот, смотрим на всех врачей, очень классных и дружелюбных, открываем карточку врача, здесь можно с ним поподробнее познакомиться, посмотреть, как он вообще выглядит. Вот. И выбираем... Записываемся, подтвердить запись. Мы записаны. Это все, что я хотела вам рассказать. Спасибо большое. Я начну. Алиса, спасибо большое за такое интересное, смелое решение. Мне очень нравится сочетание слова симбиоз и сколиоз. Это прям... созвучно запоминается, вот. Очень понравилось, что ты спустилась на глубинки, провела какой-то ресерч, крутые инсайты подсветила. Не хватило, может быть, какой-то более медицинской идентики, вот. Но я увидела потом кроксы и поняла, что все в порядке. Она присутствует. Тубус для рентгена гениально, честно. Это просто да, гениально. Спасибо. Очень нравится все же цветовая какая-то вот эта контрастность, но давай покажем, пожалуйста, приложение. Там буквально пару комментариев по заголовкам, потому что они выровнены по левому краю. Это все же мы привыкли читать слева направо. Я бы, конечно, заголовки все же перенесла налево. Это было бы намного проще к восприятию. Вот. Немножко контрастирует там на черной фотографии черный шрифт. Можно добавить, может, какой-то инверсии вот, или плашку вот эту яркую вот, розовую, маджентовскую. Вот. Очень крутая вот здесь вот видеовизитка. Это реально какая-то киллер-фича. Это прям круто, что ты вставила именно такую гифку. Не хватает, потому что живости. И единственное, еще какие-то начертания я бы поправила. У тебя все написано регулером, все же заголовки и подзаголовки, лиды, то есть должна быть градация. Вот, может, ты объяснишь, может, есть какая-то история у этого. У меня подзаголовки и заголовки лайтом, но, видимо, тут не сильно видно. Да, речь. Это будет не видно, особенно вот они там наверняка какого-нибудь там... 12-го кегля, это будет прям очень сильно, ну, слабо читабельно, особенно для людей с больной спиной. Ну, это немножко про инклюзивность, но все равно мы бережем наших пользователей и все же постараемся уменьшить шума, вот, но главный call to action, он понятен, вот. А так, ну, я в восторге, супер. Спасибо большое. Я еще забыла выдать вам подарки. Да ты что? Вы на сегодня уже балуете. Да, за леттеринг вообще отдельное спасибо. Коллеги? У меня кроксов много. У каждого члена семьи по паре кроксов. Поэтому я заберу всю коробку. Вот. Да. Спасибо большое за проект. Очень классная метафора, вайб, настроение. Действительно продуманный ряд именно носителей. Именно по сути.
хотел задать вопрос. Вот там, где шел обвес врача, ну, там, собственно говоря, его бейджик и прочее, там осталась только типографика, например. Да. Почему? Ну, мы подумали, что нужно оставить чисто типографические важные элементы, на которые нужно в первую очередь обращать внимание, так как за счет каллиграфии все-таки внимание уходит очень сильно. Человек начинает все равно читать эти буквы. Ну, это такой не очень убедительный ответ. Потому что я, например, вижу бланк, да, медицинский, ну, типа документ. Бейджик, типа, вроде как тоже документ. А рентген при этом, он выполнен в стилистике, как бы, ну, вот этой вот крафтовой, назовем ее так, карандаш, каллиграфическая эта история. Ну, я подумала, что тубус для рентгена тут более можно устроить графическое развлечение. Ну, в отличие от заключения, все-таки реально ID-карточек, потому что, ну... Ну, ответ на самом деле есть. Я все ждал, что вы его скажете. Ну, ладно. На самом деле, просто вот это решение неоднозначное, и как бы когда вы берете, по сути дела, убрав из этой эстетики один из основных стилевообразующих элементов, облик очень сильно меняется. Да? И важно уметь отвечать на вопрос «почему?». Я, например, опять же, я люблю додумывать за студентов. У меня ответ в голове есть. Я хотел, чтобы вы его сказали. Вот. Потому что рентген — это то, что человек забирает с собой, то, что человек несет по улице, да? Это коммуникация уже с другими, возможно, потенциальными пользователями. Это внешняя точка контакта, B2C-шная. Когда человек находится в клинике, все-таки он пришел лечиться уже, да? Да, там постеры комьюнити будут его греть, но он ждет все-таки, что отношение уже будет, скажем так, научное, не крафтовое к его вопросу. И тут как бы все тогда оправдано. Почему так? Вот, и есть вот эта вот точка как раз сшивки, где вот этот неформальный характер сохраняется. У врачей не так много инструментов для самовыражения, да, это либо повязка, да, это как бандана на голове, да, как он этого, господи, как его Склифосовский, да, доктор, там, или кроксы с джибицами. Вот, ответ есть, я просто надеялся, что вы его скажете. Наверное, Дима подтвердит, наверное, вы об этом думали, но не стесняйтесь, это важно говорить, потому что это обращает на себя внимание, и тут, соответственно, ответ хотелось бы получить. А второе соображение, ну, тоже пожелание, чуть-чуть больше внимания вот именно к системе и к ее ранжированию, выстраиванию дизайн-системы, да, и вот как раз про типографику, где-то вот, ну, вот что-то теряется, где-то что-то не видно, вот именно не очень правильно выбраны там, может быть, начертания, кегли, они между собой не всегда идеально согласуются. Вот это вот как бы с опытом приходит вещь, но вот на порядок, и вот не везде стиль аккуратно приземляется, а вот как бы идею классно приземлять. Идея огонь. Вот, вот как бы для там настоящего мастерства теперь осталось чуть-чуть, ну, набить руку в том, чтобы это приземлять. Ну так, спасибо. Спасибо. Очень красиво. Мне очень понравилось, как ты вернула туда фотографии античных статуй. Мне кажется, это очень классный мув, потому что можно вот так вот противопоставлять совершенство человеческого тела, которое восхваляли древние мастера, с несовершенством их в реальности, в нашей окружающей нас жизни. Мне кажется, что можно было куда-то еще это масштабировать немножко, потому что, вот, допустим, человек это увидел на столбе, отсканировал QR-код, и как, чтобы эта связь где-то еще прослеживалась, что именно вот я увидел где-то эту статую, и где-то потом, не знаю, там, в приложении, на какой-то другой коммуникации тоже появилась где-то эта статуя. Потому что я так поняла, что кроме как на вот этих вот стикерах в среде, они больше нигде не встречаются, везде там уже живые люди. Вот. И можешь, пожалуйста, показать слайд с анимированным плакатом. Вот, мне кажется, что это как раз тот случай, когда использовалась анимация ради анимации. В целом, мне кажется, можно было и не анимировать эту линию вообще. А если уж идти... Ой, а этого я не видела. А почему тут такой вигл? Ну, потому что это более активная, динамичная коммуникация, такая более... корректное слово подобрать, более дикое, поэтому я решила добавить еще, чтобы плашки двигались. Ну, двигаются они как-то очень-очень нервно, как будто бы не очень вяжется с такой минималистичной какой-то
окружающей заботой, эстетикой вот этих плакатов, мне кажется, лучше убрать этот вигл. Но вот по поводу тримпеса, который ты использовала на линии, раз уж у тебя такая большая работа проделана над шрифтом, мне кажется, тоже тогда уж можно было это докрутить и тримпесом, и буковки тоже проявить, чтобы они прям писались рукописно, чтобы ты показала. Ну вот, например, на слове кифос, где всего 5 букв, это можно себе позволить, если там вот Ярослава, это, конечно, займет больше времени. Вот, на левом плакате можно было бы тогда эту идею уже и докрутить, и написать буквы тоже, ну, как бы, имитируя рукописное написание. Вот. А вигл точно надо убрать с тех плашек. Все, а в целом очень клево. Я бы обратилась. Спасибо. Да, Алис, спасибо тебе большое. На самом деле, в целом, хотела сказать тебе спасибо за какую-то вот общую консистентную картинку, и классно, что ты в конце сделала такой вот как бы рекап всего. Вот, это на самом деле очень ценно, что действительно можно оценить все сразу и вместе, да, и как бы понять, что действительно стиль такой как бы плотный и сложившийся. У меня на самом деле вопрос, возможно, конечно, что ты об этом говорила, и я прослушала, почему вообще ты, почему твой логотип, ну, не логотип, а вот вообще почему возникла вот эта крафтовая типографика? Ты можешь объяснить? Потому что там, ну, я предполагаю, что, возможно, что там у спины у всех разные, и они как бы там со своими какими-то болями, и поэтому есть какая-то вот несовершенство, да, но возможно, что это я только догадываюсь, поэтому расскажи, пожалуйста. Ну, основной идеей было сделать более дружелюбную коммуникацию, более заботливую и такую что-то, что как будто рядом. Поэтому в том числе я использовала леттеринг, но мне не хотелось уходить как раз-таки в такую прям супер дружелюбную среду, потому что все-таки моя молодая аудитория достаточно прогрессивная, и вот как раз-таки поэтому я ориентировалась на гротески. А мне кажется, что здесь можно было еще вернуть то, что все же врачи пишут супер непонятно, а вот эти врачи пишут хорошо и красиво и структурированно, поэтому можно такую метафору тоже сюда прицепить. По поводу моушена хотел сказать, вот на самом деле вот по поводу вигла и прочего. Моушен — это инструмент, который позволяет раскрывать метафору точно так же, как все остальные визуальные средства, которые вы используете. И поэтому нужно понимать природу. То есть, ну, вы знаете, да, когда там вы берете, я не знаю, например, песок, у него есть набор свойств по всем органам чувств. Он как-то выглядит, да? Он как-то двигается, у него присуще ему движение. У него присущ ему звук, да? Так, там, тактильные ощущения присущи ему. И вот точно так же мы придумываем какие-то сущности. У них есть вот понятные вам какие-то визуальные ну, атрибуты. И моушен — это точно такой же визуальный атрибут этой сущности. Вот вы придумали сущности вот этих плашек. Они имеют отношение к, вот именно, к медицинской части, к серьезности какой-то, к современной, к дигитальности. Поэтому, когда вы даете им вигл, это контраст. Контраст сильный, который ломает то, что ты как бы ожидаешь от нее получить. Ты ожидаешь от нее получить, что она как-то сообразно своей природе будет раскрываться, да, вот как-то плавно, движение, сеточки. Она вигл. И тут вот надо четко понимать вопрос, а почему? А что я хотел этим сказать? И это должен быть не просто ответ частный, а он должен быть ответ системный. То есть он везде поддержан, на всех уровнях, в том числе там, где моушена нет. У вас по вашей системе это больше метафора, но я не увидел, что она бы поддерживала. Поэтому она справедливо вызывает у нас легкое недоумение. Вот. А при этом вот эта история с рисовашками, ну, действительно, тут вопрос как бы в том, как меня не смущает история, при которой буквы соединяются, буквы есть, а линия между ними соединяется, но как будто бы действительно там как бы самого моушен не очень насыщенный получается. Да? То есть, ну, есть что развивать в направлении моушена, как эти буквы живут, как эта линия живет, да, как она их соединяет, то есть какая-то, ну, развитие дальнейшей истории. Вот. Это в целом нетривиальная большая задачка, вот именно как прозвать вот этот крафтовый анимационный стиль. Может быть, эта линия должна уметь рассказывать какие-то истории, ну, завязываться, развязываться, что с ней должно происходить. То есть линия как рассказчик, как главное действующее лицо.
да, она как которая соединяет людей, может быть, и врачей, да, как что-то еще. То есть тут, на самом деле, большой пласт для дальнейшей работы, не тема текущего обсуждения, но я просто поддержу предыдущий комментарий в этом вопросе, в смысле, что есть, как бы, вызывает как бы бурление мозгов в этом направлении, потому что хочется какого-то развития. Вот, а так, по-моему, ну, вот в этот момент вот просьба относиться к нему как к непосредственному атрибуту тех сущностей, которые мы придумываем. Да, спасибо. Это ценный комментарий. И я, наверное, просто в какой-то момент очень сильно зацепилась за фактуру и хотела ее оставить. И поэтому у меня как будто другие части, возможно, улетели, но я буду делать еще. Ну, я думаю, тот случай, когда в условиях нашего ограниченного времени, конечно же, мы понимаем то, что Motion, да, может раскрыть лучше и добавить этому стилю какое-то дополнительное прочтение. Вот, я думаю, то, что Алиса это учит. У нас как раз можно этому поучиться, да, как раскрывать. Вот. Спасибо большое, что вы вот мерч, да, и какие-то дополнительную сувенирную продукцию тоже продумываете с точки зрения, скажем так, функционала, и раскрываете дополнительно тематику проекта через это, да, то есть показываете, например, свой логотип и свои стилеобразующие элементы не просто на кепках, кофейных стаканчиках и офисных кружках, что тоже иногда допустимо, когда, соответственно, мы делаем айдентику для чего-то другого, да, для какой-нибудь компании, фирмы и так далее, но продумка, скажем так, именно функциональных каких-то сувенирных продуктов, которые применительны именно к этой сфере, это такая дополнительная надстройка, которая хорошая такая, то есть хороший инструмент коммуникации, да, такой дополнительный, поэтому это очень классно. И шрифт, что вы решили сделать именно свой леттеринг для того, чтобы транслировать и отстраниться от коммуникации таких вот клиник, да, или больниц, то есть чтобы это выглядело именно как что-то такое. Ну и, соответственно, tone of voice приложения это продолжает, да, эту историю, что мы про такую коммуникацию скорее дружелюбную. У нас комьюнити, у нас все через какие-то вот совместные походы, игры в бильярд, через какие-то совместные там куда-то поездки и прочие активности. По поводу вот вопроса первого, с чего начал Паша, да, тут, наверное, можно сделать небольшой вам заметку себе, то, что это, наверное, недостаток больше презентации именно самой. То, что вот сейчас можете слайд показать, где у вас рентген и бейджик и фирменный бланк. Я думаю, то, что у Паши не возникло бы никаких вопросов, если бы просто мы разнесли это на несколько разных слайдов, да, например, что рентген кто-то, ну, я понимаю то, что опять-таки в условиях наших текущих ограниченных главная задача, да, показать и развить, вот, но для подачи еще, например, если бы мы рентген показали в руках там человека, которого идет, выходит из клиники, бейджик на, собственно, у врача и фирменный бланк тоже в каких-то вот в таких рабочих обстоятельствах, то, соответственно, вот этот тоже набор можно, ну, то есть объекты и носители хорошо бы сразу показывать в их рабочей среде, да, то есть как они на самом деле существуют. Вот, но, то есть, опять же, это ни в коем случае никакая... Я хотел просто... Ответ на этот вопрос 100% есть, я хотел, чтобы он был сформулирован. Да-да-да. Это не замечание, а просто заметка на то, чтобы это довести, для того, чтобы этим уже гордиться, использовать как ваш полноценный проект по коммуникационному дизайну, с которого вы ворветесь в эту сферу. Все, спасибо большое. Спасибо. Всем привет, меня зовут Евгений. Я бы хотел показать вам свою дипломную работу. Для этого я решил разработать фестиваль, идентику фестиваля, международного фестиваля пельменей. Основная задача фестиваля заключается в том, чтобы собрать вокруг большое количество людей, объединить их и познакомить с гастрономической культурой своей страны. Целевая аудитория моего фестиваля — это современные семейные пары, мужчины, женщины, в целом достаточно разносторонний круг людей, возраста примерно от 25 до 60 лет. Для своей работы я взял один шрифт в трех начертаниях, который мне показался очень подходит к настроению моего проекта. При помощи своих там округлых форм он такой достаточно дружелюбный, приятный, мягкий, что, в принципе, подходит для моего проекта. Также я использую всего два цвета. Не хотелось перегружать каким-то многоцветием, чтобы это было вот ярко, но при этом очень спокойно и лаконично. Вот.
Основной графический элемент моего дизайна заключается в том, что это тесто и кружочки от пельменей, когда мы их делаем, и в целом это является метафорой моего проекта. Название моего проекта — начинка. Конечно, здесь используется мой основной графический элемент и метафора, которую я сказал ранее, но при этом еще он имеет смысл. Круг — это тесто, в которое заворачивается непосредственно начинка. Это название моего проекта. Я сделал некоторые плакаты для того, чтобы показать стилистику фестиваля. Так это выглядит в городской среде. Это билборд. Также, помимо всего прочего, что на фестивале есть много разных павильонов. Также там есть и развлекательная программа, которая проходит на протяжении всего дня. Это расписание этой развлекательной программы, которая плюс ко всему дублируется и в приложении для необходимости, и в печатном носителе. Также для фестиваля я сделал браслеты к пропуске, чтобы можно было отличать, кто присутствует на фестивале. Стикеры, наклейки. Футболка в двух цветах. Шоперы. Панама. Ну, это, в принципе, тоже вариант, что был до, только это силиконовый носитель. Чехол. Также фестиваль будет издавать свою продукцию определенную, которая будет официальным, там, помимо мерча и всего прочего, еще и пельмени. Это специально разработанная стилистика для упаковки. Так как фестиваль проходит на большой территории, это ВДНХ, это будет достаточно объемное пространство и большое количество людей. Для этого указатели в целом тоже очень, кстати, подходят к моему проекту. Разумеется, соцсети, Инстаграм, который будет вестись непосредственно в день самого фестиваля и до, для там прокачки и всего остального. Я подготовил еще две сторис, которые анимировал. У моего фестиваля есть приложение, основная задача которого заключается в том, чтобы ориентироваться на местности, чтобы можно было найти павильоны, прочитать, что в них находится, что в них можно сделать, контакты страны и участников, там, которые необходимо получить. Но показать я хочу самый интересный такой путь в своем приложении — это функция «Найти друга». Когда вы приходите на фестиваль, по всем вашим контактам приложение анализирует, кто из ваших друзей и ваших контактов находится сейчас на фестивале, и вы можете с легкостью это увидеть и найти своего друга на локации большой и дойти до него, построить маршрут. Это логотип. В целом, есть еще и другие функции разные. Вы заходите и находите друга своего, где он находится, простраиваете к нему маршрут и идете. Вот. У друга тоже при уведомлении. Вообще, в принципе, там будет работать пуш, которая показывает вот разные действия. И другу при уведомлении, что к вам идет ваш друг. Также есть баланс, который можно закидывать и расплачиваться в павильонах. Билет, разумеется, история маршрутов, такие базовые вещи, потому что в целом приложение не ключевая история моего фестиваля. Спасибо за внимание. Давайте, если можно, я начну.
Во-первых, хотела сказать, что, блин, это было так классно, спасибо тебе большое, мне очень понравилось, и настолько крутой сторителлинг, что ты, особенно вот этот кадр, где ты лепишь пельмешки, и это настолько сразу, да, как бы развивает и говорит о том, что это будет из этого развиваться стилеобразующий прием. Вот, это прямо, ну, как бы супер продающая история. Мне очень понравилось. И все выглядит очень классно, абсолютно консистентно и, ну, клево. У меня на самом деле есть только пара вопросов. Ну, во-первых, там... на самом деле первый вопрос — это почему такой цвет выбран, да? То есть как будто бы вот у меня с пельменями нет ассоциации, что это такие очень яркие кислотные цвета. Вообще, на самом деле, не хотелось иметь какой-то прямой ассоциации с пельменями в целом, потому что хотелось, чтобы это отвлекало внимание. Это как большая аудитория фестиваля — это семьи с детьми. И хотелось чего-то яркого, что быстро привлекает внимание, и при этом такое вот легкое, доброе какое-то... Поэтому не хотелось перегружать большим количеством цветов, поэтому взял всего два. Я искал долго сочетания разные, примерял их, и это сочетание мне показалось... симпатичный. Просто я имею в виду, что как будто бы у нас еда, да, они имеют немного другую цветовую палитру, да, ну, то есть там больше каких-то теплых оттенков, таких более как бы вкусных, да, но на самом деле я поняла, то есть ты идешь как бы не по еде, не по категории, нет, а, грубо говоря, по категории, что это фест такой. Основная, да, задача — это как бы пельмени — это точка сбора всех, но при этом все равно это какое-то общение, это классно провести время летом в парке, это еда, это как бы развлекательная программа для детей, для взрослых, концерт там вечером. Такой вот просто вайб. Ну, такой движ, больше да, движ, да, чем да. Пельмени. Да. Потому что еда не ключевое как бы в стиле. И хотела показывать пельмени. Да, это считалось. У меня тогда еще, наверное, вопрос к тому, что у тебя целевая аудитория — это семейные люди. Такое ощущение, что как раз-таки наоборот, пельмени, которые мы как бы, ну, покупаем, да, не лепим, это как раз наоборот супер, как раз такой молодежный вайб, либо такой холостяцкий. Ну, то есть хороший смысл. Это, кстати, была моя... Когда я делал исследование, это было большое заблуждение, что, ну, у многих просто ассоциация такая. Первая заключается в том, что пельмени там не едят в ресторане, пельмени — что-то простое. На самом деле давно уже нет, это не так. Пельмени — это большая культура, в том числе вот я сам из Сибири, и Сибирь — это зарождение этого блюда, так сказать. И очень интересно, что в каждой стране есть аналог этому продукту. Нет-нет, я тоже ем пельмени, это все окей. Я просто имею в виду, что как будто бы есть некое как бы несоответствие, что прям вот семейные люди пойдут на классный фест пельменей. То есть скорее пойдет какая-то более какая-то, ну, молодая, движовая аудитория, которая, например, там бесконечно работает, там строит карьеру, и, соответственно, нет времени там, да, на то, чтобы самому действительно, вот как вам на первых слайдах, слепить пельмешки. Соответственно, это классная, быстрая еда, и при этом очень качественная и вкусная. Вот. Вот возник просто какой-то вот немного диссонанс. Ну и, наверное, единственное еще, что мне, возможно, показалось не совсем классным решением, когда там был какой-то слайд, где вы пишете, по-моему, розовому по зеленому, и, соответственно, получается какой-то очень низкий контраст, вот, и прям тяжело это читать, это прям такая как бы, ну, гигиена, да, что вот так лучше не делать. Тем более у вас есть белый цвет, мне кажется, что вполне можно было бы это делать более контрастно. А на самом деле, ну, в целом, это очень достойный кейс, я считаю, вы просто большой молодец. И спасибо. То, что вы даже как бы оделись, да, в свой фирменный мерч. Вот, за это отдельный респект. Большое спасибо. Спасибо большое за комментарий. Я сейчас как ЦА отвечу. Я вот как раз типичный семейный представитель. Я как раз про пельмени могу сказать, что с учетом того, что каждый ест что-то свое, пельмени — это чуть ли не единственное, что, где все совпадают. То есть ест, как бы один ест одно, другой не ест другое, третий не ест третье, но пельмени едят все. Все праздники вот. России, проходят я пельмени. Я вареники люблю. И вареники, тоже, да. Поэтому тут я поддержу. Вот. А на самом деле, вот с точки зрения презы, действительно, вот это скорее пожелание, нежели чем критика. А если вы как раз топите за то, что вы хотите рассказать о том, что это времяпрепровождение для семейной аудитории, покажите ее. Не только семейные. Я там прописал, что это и мужчины, и женщины. Хорошо. И бизнесмены, ну, в том числе. Все равно покажите их.
Если в целом, я вот часто вижу, и это там даже не столько к вам, сколько вообще общий комментарий, когда говорите про целевую аудиторию, лучше оперировать ролевыми моделями и покажите их людей. Вот нам вчера кто-то даже целую видеопрезентацию показал из целевой аудитории, как люди делают то, что им как бы предполагается. Покажите эту семью, как бы сразу станет понятно, и у меня произойдет мэтч в голове. То есть лучше, чем просто буковки и циферки. Это скорее такая рекомендация даже на будущее. Второй момент, тоже там, вот я как начал сам себя додумывать, вот, например, из этих кругов могла бы получиться интересная детская зона, лазилка, например, для детей. Потому что я, например, могу сказать, что если мы куда-то едем, мы в первую очередь смотрим, есть ли в ресторане детская комната. Если она там есть, мы там идем обедать. Если там нет, мы повесимся просто иначе. Или повесятся официанты. Одно из двух. Вот. А можно мне на секунду, маленький, хотел чуть-чуть подушнить? Mm-hmm. Простите, все красиво, симпатично. Откройте мне стикеры, пожалуйста. Буду душнить. Так-то все стройненько, забавно. Стикеры. Во, смотрите, вот тут получается, что у нас сама форма стикера круглая, и получается, что вот эта штука внутри работает как еще одна форма дополнительная, как две формы, круг и еще круг. Да? Вот, то есть у вас везде в коммуникации как бы второго круга нет, но здесь получается, мне почему-то зацепилось, что вот если бы в логотипе был еще один кружок, была бы какая-то рифма второго цвета как раз, была бы какая-то рифма к слову к начинка, что внутри этого текста всегда есть начинка. Потому что, с одной стороны, вроде бы этот текст отрабатывает, что он и есть начинка, но он не лежит в круге, он лежит где-то рядом. Вот. Я вот зацепился, если бы этого слайда не было в таком виде, может быть, я даже на это внимание не обратил. Но вот это вот... у вас не было на радаре идеи добавить круг? Вот я так сформулирую вопрос. Еще один логотип. Нет, не было. У меня был еще другой вариант стикера, который я убрал. Решил, что только это останется. Но он был не круглый, он был там вообще чуть-чуть другой. И мне этот понравился больше, но спасибо. Да, большое спасибо за такое погружение. Мне захотелось реально пойти на этот фестиваль. Мне понравился твой подход реально с футболкой. Я соглашусь с коллегами, которые это перечислили. Ну, давай посмотрим, пожалуйста, на приложение. И вообще, я очень хотела тебя похвалить, потому что я потом посмотрела прототип. Вообще выглядит все очень хорошо. Вот. Единственное, есть какие-то, вот даже ну, вот эта анимация, фича с картой супер. Вот поиск друзей, это прям вообще... сюда очень хорошо вписывается внутренняя валюта лайк, но это очень дорого, очень сложно в разработке. Навряд ли у фестиваля будет такая возможность это сделать, но как типа идея однозначно прикольно. Вот. А так все достаточно чистенько упаковано. Прикольно. Спасибо тебе большое. Хотелось, да, просто когда думал про приложение, в целом понимал, что на самом деле оно не сильно и нужно, но хотелось, если делать, то какой-то прикольный ручкой, да. В этом и состоит на самом деле задача, да, что типа нужно на самом деле что-то придумать, что-то, что... Придумал, к сожалению. Да. Но это, знаешь, это тоже на будущее, что вот типа тут уже потом идет какая-то юнит-экономика, там считаешь, как фичи, сколько стоит, вот. Но то, что ты это сделал, это достаточно уникально, это реально... Спасибо большое. Ну, я тоже добавлю, соглашусь тоже с коллегами. Хочу сказать, что очень круто получилось отойти от чего-то такого традиционного, очень всеми привычного, понятного. Пельмени — это всегда что-то такое про традиции, да, про наши какие-то привычные образы. Да, и действительно, это выглядит очень свежо. Соглашусь, что, может быть, не сразу этот цвет нам говорит про вот что-то вкусное, про еду. В этом случае, мне кажется, можно было бы решить, как бы настроить нас всех на такой вкусный вайб, это добавить в презу каких-то футажей, фоток с вот этой вкусной тарелочкой пельменей, от которой идет пар, там лучком посыпано, вот такое. Большое спасибо, что вы это не вставляли. Да. Обед еще не скоро. Все вещи, связанные с пельменями, неважно, фестивали это или какие-то другие вещи, они все транслируются одинаково. Это всегда пельмени, на главное там, или где-то в коммуникации в стилистической, поэтому не хотелось вообще этого использовать.
Ну, да, но это бы, мне кажется, нас как-то вот к этой съедобной истории приблизило. И еще, может быть, в мерч добавить тоже тарелки или вот что-то, что связано. А такая идея была, одноразовую хотела сделать. Да, да, тарелки, потому что это как тоже, с другой стороны, как там можно какую-нибудь клевую коммуникацию даже сделать на этих тарелочках, как-то развить эту тему, потому что, вот знаешь, как у Кока-Колы выгравированы на бутылке их фирменные там знаки и логотип, чтобы даже осколки этих бутылок в помойке были узнаваемы. Точно так же на фестивалях же это все повсюду, везде ну, валяется условно, и люди могут это с собой куда-то унести и тоже где-то использовать. Вот. И еще я хотела сказать по поводу вот этих графических элементов, которые у тебя прорисованы, и разные пельмешки, как будто бы ты про него немного сказала. Мне кажется, что они клево работают вместе вот с такой лаконичной типографикой, и единственное, хочется пожирнее сделать эти рисунки, потому что вот как будто бы на вот этих указателях, например, их не так сильно видно, слишком тонкая получается вот эта вот линия. И, возможно, где-то еще их тоже показать. Может, вот в приложении я видела, там у тебя тоже были иконки, там была другая совсем пельмешка. Может, куда-то туда вот эти рисованные штучки можно было бы добавить. Да, хорошо, спасибо. Да. А в продолжение к Ане можете включить вашу навигацию, вот эти указатели? Там на самом деле, скорее всего, дело-то за малым. Скорее всего, для того, чтобы можно добавить каких-то макетов, которые подчеркивают многонациональность вот этой всей истории пельменной. И иногда за место кружков, вот те, которые у вас в стиле есть, и так уже везде их полно, сделать, например, силуэты разных пельменей мира. То есть те же равиоли, просто вот это вот не силуэт еще. Я делал силуэт, это выглядит, ну, это я как бы пробовал такой вариант, и в итоге этот вариант более-менее выглядел. Окей, да, то есть попробуйте эту историю доразвить, может быть, какой-то международный павильон или еще что-то, или на тех же указателях. Вот, например, те же равиоли, это просто такой, ну, грубо говоря, это квадрат с такими волнистыми краями и так далее, которые просто как флэт графика, такие же, как наши обычные кружки вот во всем предыдущем стиле, нарисовать. Ну, там, я думаю, что вы найдете где-то 5 наиболее ярких выразительных форм с разных пельменей мира, которые можно считать просто по контуру. Да, вот. Там только есть, на самом деле есть, я отрисовывал 5 как раз. Вот, вот, ну примерно, может быть, их там 4, то их на самом деле там 55, но просто я думаю, где-то можно 5 найти точно с ярко выраженными какими-то формами, которым прям будут узнаваться, как какие-то определенные пельмени, какой-то, ну что у нас там, гьодзе эти, равиоли, какие у нас еще там бывают, вы уже, наверное, специалист в этом вопросе, так что вам... Гьодзе, равиоли, хинкали, вот. А вот так бы я как раз, наверное, уже не делал вот здесь, не рисовал бы иллюстрации, не внедрял бы сюда, потому что наша иллюстрация, по сути, это наш круг, то есть у нас такой супрематизм получается в изображении, такой фестивальный супрематизм. Вот. Ну, наверное, все, да, в остальном соединяюсь с коллегам, что все это выглядит необычно ровно настолько, насколько нужно фестивалю, а не пельменному бренду или магазину, да, который просто продает пельмени. Поэтому, да. Привет. Я бы от себя добавила, что для меня удивительно, не удивительно, точнее, наоборот, я рада, что так получилось, что после нашей консультации прошло там месяц, но ты сделал огромную работу с большим количеством носителей, каждый из них продумал, провизуализировал, то есть не только макеты, а постарался показать их с наиболее выгодной стороны, и только вот за это хочется уже сказать большое спасибо. Если говорить про улучшения, я соглашусь с коллегами о флетовой графике для иллюстративной, и нужно поискать вариант. И еще, особенно где вот был моушен, мне показалось, что отличается от макета к макету твои правила типографики. Кое-где одно межстрочное расстояние, кое-где оно становится шире, где-то выравнивание по центральной стороне, где-то по левой. Тут скорее, не скажу, что это там какой-то недостаток, за который бы я зацепилась, это скорее деталь на будущее, что можно еще улучшить для того, чтобы этот проект, не знаю, его просто купили, реализовали, и это стало гордостью и твоей, и твоих преподавателей. Спасибо большое. Спасибо Мише и Диме за помощь. Всем привет. Меня зовут Махатадзе Аня, и сегодня я расскажу про свой проект. Надеюсь, в зале есть люди, которым нравится не только дизайн, но и фотографировать, потому что мой проект как раз про это.
Это фестиваль пленочной фотографии, проходит раз в год в Мутаборе, и если ты профессиональный фотограф, то можешь принять участие в конкурсе. Фотографии будут отобраны заранее экспертами и представлены на выставке на самом фестивале. Далее гости фестиваля смогут купить понравившиеся им работы. Фестивальный участник — это аллегория на оптику камеры. Как фотографы между собой говорят про объектив. При выборе шрифта я остановилась на геометрическом брусковом шрифте, чтобы выделить его на фоне экспрессивной типографики. Сейчас поймете, почему. При создании идентики я отталкивалась от архетипа «Бунтарь и творец», что привело меня к экспериментам с типографикой, как в альтернативных журналах 90-х годов. Для контента я добавила фотографии с ограничением по цвету, чтобы они не соперничали с типографикой, и добавила красных заметок, как это делают фотографы при печати своих работ. Красный цвет заметок — это отсылка к красной комнате. Это распечатанный плакат и серия плакатов в среде. Специально для мероприятия будут напечатаны несколько мини-газет, посвященные нашим участникам конкурса, и там они делятся своим опытом и интересными кадрами. Здесь мы уже видим несколько распечатанных работ, которые смогут нас заинтересовать своим цветом, качеством и обработкой, поэтому я подписала, на какую камеру или пленку они были сняты. Это черно-белый вариант браслетиков. И на фестивале будут проходить лекции, мастер-классы и кинопросмотры, поэтому я сделала бейджики для экспертов. Так будет выглядеть упаковка для еды и напитков. И с напитками я решила немного приколоться и написать на них слово «проявитель». Типа ты такой ходишь и пьешь проявитель для пленки. За несколько недель до фестиваля мы будем подогревать к нему интерес, публикуя работы фотографов и оформлять их типографикой. Вот. Но что касается сторис, так как тут у нас формат всего несколько секунд, поэтому мне захотелось немного успокоить типографику по сравнению с нашими плакатами. Вот. И вместо этого я добавила подвижный экспрессивный бэкграунд. На фестивале будет мерч, и здесь была задача отойти от графики, но при этом остаться в эстетике гранжа. Поэтому мы видим дырки, потертости на самой ткани, но при этом они спрятаны в таких неприметных местах, что дополняет лаконичность и минимализм в образе. У стекло комьюнити есть свое приложение, на создание которого вдохновили множество людей, которые вновь стали усиленно интересоваться пленочной фотографией. Поэтому данное приложение подходит как для новичков, которые делают свои первые шаги, так и для продвинутых фотографов, которым есть чем поделиться. Здесь есть также обучающий раздел с видосами, потому что в самом начале эта тема может показаться очень сложной, и в данном приложении все это подробно и удобно расписано, все самые главные темы,
и можно хоть каждый день смотреть качественные видеоуроки от профессионалов. Ой. У меня все, спасибо. Можно я начну? Очень классный карсоновский вайб, мне очень нравится. Как так, и на самом деле кажется, как будто бы что такого сложного взять и накидать мусора на картинку, а на самом деле я знаю, что это серьезная работа. Вот, получить тот портрет, который бы его действительно как-то поймать настроение. Вот, потому что как бы мусорить надо тоже уметь вот, в кадре. За это респект, за смелость. Вопрос только какой у меня. Меня расстроила только одна вещь, я до конца не понял. Давайте с вами подискутируем. Почему начали бояться и ограничивать свой стиль, вот, в частности, вот, в логотип? Вот вначале у вас по моушену, отличный моушен логотипа был. Еще и со звучком. Как только вы, говорю, начали сторис это приземлять, все к чертовой матери убили. И это вышло просто презентация с дудл-графикой. Неубедительная как бы история по поводу того, что в сторис надо что-то приземлять. Почему? Непонятно. Мне кажется, как будто что-то не получилось или испугались. Там, если не успели это делать, я там даже вам больше поверил, нежели чем то, что просто вы какую-то мысль хотели там сказать. То же самое касается логотипов приложений и вот на мерче. Ну, вот эта вот как бы типографика работает как декор, и она там вот очень... Вот эта тонкая, почти несуществующая граница между тем, как, где он выходит в смыслы и где он должен быть функциональный. При этом вы не побоялись, я мог бы там придраться к функционалу бейджа, потому что вы не побоялись там использовать такую типографику для того, чтобы написать имена. Другой вопрос, там коллеги скажут про реализуемость подобной истории, насколько там каждый раз кастом под каждого человека будет делать такой бейдж. Вот, но там вы не побоялись, а вот в приложении почему-то побоялись. Можете чуть-чуть открыть капот нам вашего проекта, рассказать чуть-чуть честно, что произошло? Я не особо поняла, почему я должна была это раскрывать в приложении. Ну, это же как бы суть одно. Я имею в виду в логотип приложения, например, почему вот он, здесь у вас газета вот такая, а приложение в характер полностью потеряло свой логотип. Нормально. Это нормально, что иногда приложения, они отличаются... Ну, логотип можно, да, подправить, но экосистемность, она по другим. Все, я защиту тебя. Я не про дизайн интерфейса, я про логотип в приложении. Вот вас там тоже стекло. Ой. То есть кнопочки, типографика приложения, у меня вопросов нет. Я именно вот как бы характер, там иконки, там я не буду комментировать. Вот где-то должен остаться характер, нет? Ну, возможно, он, то, что я его поделила на несколько частей. Он выглядит как аватарка в соцсетях, когда у нас логотип ставится на какой-то ограниченный по размеру не горизонтальный формат, ну, можно так поставить. Поиграть же можно было с размером. То, что он выглядит где? Очень... А? Он просто все стоит на своих местах просто, и все. Ну, можно было подбуфки чуть подвигать, похулиганить. Анимированные аватарки в соцсетях тоже есть. Жалко просто. Такой клевый муж вначале был, и все ушло. Пусть как раз контраст бы остался. Ну, вот, потому что так мне прям все очень нравится. Кроме очень. Приложения. Не кроме приложения, кроме тех мест, где вы испугались. Но Паша сводится к тому, что просто поправьте логотип приложения и все. Хорошо. Не. Где боялись быть смелыми, вот верните смелость. Смелость вообще очень легко ломается, а в дизайнерской профессии смелость очень важна. Поэтому у вас смелый проект, и будьте смелыми до конца. Спасибо. Я хочу тебя похвалить. Мне очень все понравилось. Мне даже вообще нету никаких критических моментов. Мне понравилась сама идея фестиваля. У меня вопрос, наверное, ты уже, наверное, имеешь опыт, да, организации фестивалей, нет? В общем, берешь, упаковываешь этот кейс вот со всей этой презой, кидаешь мне, мы напишем в Арму, они готовы реально типа такое провести. Это реально круто. Спасибо. Это очень круто. По приложению у меня вообще нету никаких вообще комментариев, оно готово к релизу прямо вот в таком виде, оно реально покрывает основные флоу.
Вот. Газета, я в восторге. У тебя очень упаковано, очень консистентно, очень достаточно для меня это жирно, насмотрено. Я вижу в этом глубокое твое погружение в задачу. Вообще, спасибо. Спасибо большое. У меня, наверное, один вопрос к тебе. Да, большое спасибо за такой классный кейс. У меня один вопрос. А ты точно только год занимаешься дизайном? Да, совершенно точно. Мне кажется просто, что здесь работа просто действительно уже профессионала. Все настолько круто, настолько чувствуешь композицию. Это просто потрясающе. Реальное ощущение, что ты уже действительно опытный спец. Вот, я получила вот прям реально удовольствие. В какие-то моменты даже до мурашек, да, когда были постеры, когда были какие-то очень крутые штуки, прям вот реально очень достойно. Ты, мне кажется, супер молодец. Спасибо. Спасибо большое. Хотел отметить сложность этого проекта. То, что управлять вот таким хаосом, управлять вот таким вот отсутствующим, по сути, гайдом, да, то есть у нас есть много шрифтов, у нас есть куча начертаний, у нас есть куча пленочных фотографий, и внедрить это все, сделать так, чтобы все это смотрелось вот от носителя к носителю, даже не в совокупности, когда мы смотрим на всю картинку, а когда даже на отдельные макеты смотрим, и понимаем то, что мы видим какую-то часть, кусочек этого фестиваля, это достаточно высокий полет. Вот. И отдельное спасибо за такой омаж, то, что именно к пленочной фотографии очень хорошо подходит эстетика там, журнала «Рейган», да, для тех, кто как бы в курсе, понимают, о чем речь. Мне кажется, это когда и эстетика, и типографика, и вот именно вот эта художественная композиционность, да, то есть не композиция по сетке, а именно с точки зрения художественной композиции, здесь все на своих местах стоит, где-то создается ощущение динамики, где-то концентрируется много массы, где-то меньше, и все это, очень сложно описать этот стиль словами, да, вот если мы попросим передать кому-нибудь другому человеку, что надо сделать вот еще один макет, там, я думаю, что никто, кроме Ани, не справится, то есть это такой стиль, который она может продавать, только она может делать, такая монополия, вот, и да, я тоже согласен, то, что этот стиль надо прямо упаковать, и его можно к реализации какой-то, искать, в общем, инвесторов или кого там, продюсеров. Еще раз, просто я, чтобы мои слова были правильно поняты. Будьте смелыми до конца. У вас клевый стиль. Вот и вот, не бойтесь, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Я просто в конце до речи потеряла, поэтому... Всем привет. Меня зовут Даша, и я разработала фирменный стиль для студии «Горячей йоги». Вот, я чуть волнуюсь, поэтому буду скакать, возможно. Йога — это баланс сильного тела и спокойного ума, в основе которого лежит бережное отношение к себе и к своему сознанию. И горячая йога — это практика, которая проходит в разогретых залах до 36-40 градусов. Это супер важно, поскольку это помогает мышцам разогреться, голове отпустить все негативные мысли и предотвращает риск травм. Моя целевая аудитория — это москвичи в возрасте от 20 до 50 лет. Те люди, которые заботятся о своем досуге, ищут качественный спорт и хотят иметь в здоровом теле здоровый дух. Я провела небольшое исследование и выяснила, что в Москве всего 4 студии с горячими залами, а также 65% опрошенных мной людей рассказали, что йога чаще всего ассоциируется с чем-то женским, скучным, базовым, бежевым и все в таком роде. Вот. Поэтому целью моего проекта я поставила задачу выстроить новую коммуникацию с людьми, привлечь внимание к этому крутому традиционному направлению за счет классной идентики. Моя первая метафора — это турбулентная конвекция. Небольшое сложное слово, но по сути это рябь объектов в нагретом помещении. Я подобрала эффект, который визуально погружает зрителя в горячий зал, и также использовала сочетание двух ярких цветов. Это яркий красный и фиолетовый. Они визуально создают тепло от фотографии. Собственно, такого эффекта я и хотела добиться. Также замедление — это одна из важных вещей в йоге. Мы замедляем пульс, дыхание и, собственно, все движения.
В йоге также есть очень важная фраза – это точка опоры. Во время выполнения асан ты следишь за каждой точкой своего тела, чтобы не допустить ошибки. Собственно, к типографике я применила такой же подход. Я использовала точки опоры, они разбрасывают текст по всем частям фотографии, тем самым заставляя зрителя замедлиться, немного обратить внимание на каждую строчку в тексте. Для своего проекта я подобрала шрифт «Голос» от компании Paratype. Это красивый закрытый гротеск, который классно смотрится как в кириллице, так и в латинице. Для меня было важно совмещать английские названия йоги вместе с нашим классическим кириллическим текстом. Что касается названия. В студии можно проводить медитации под нейромузыку. Для этого очень важно будет найти свой поток. Поэтому название студии «Flow», что так переводится как «поток». А также, немножко поиграв с точками, я придумала, что точки легко заметить на градусы. Также для расширения идентики я использовала градиенты на основе фирменных цветов и создала простую классическую сетку, чтобы располагать читабельный текст. Здесь я представляю то, как выглядит стиль на разных носителях. Это печатные макеты, баннеры, то, что будет находиться на улицах, расклеено на стенах. Есть большое количество вариаций за счет градиентов и фотостиля. Вот. И также я разработала сертификаты. Они упаковываются в красивую фиолетовую упаковку с наклейкой градусом. Также два варианта визиток в фирменных цветах. И пластиковые карты, которые дарятся первый день для новичков и для постоянных клиентов, тоже в красивой упаковке в фирменных цветах. Что касаемо диджитал-пространства, было супер важно разбавлять эту яркую идентику живыми фотографиями. В этом мне очень сильно помогла сетка, которая классно масштабирует текст на разные носители, будь то сторис, социальные сети, либо просто ленты Инстаграм. Ну и, конечно, motion design, поэтому я оставляю минутку медитации. Ой, что-то не туда. Все, разобралась. Для мерча я оставила два классических направления. Первое из них — это базовая линейка. Все знают, что во время практики тебя ничего не должно отвлекать, в том числе яркие принты. Поэтому белые классические футболки. Я сделала два вида кимоно в фирменных цветах, сумки-шопперы, бутылки для воды и классические резинки с надписями «Find your flow», что переводится как «Найди свой поток». А для тех, кто хочет быть в студии вне горячих залов, я задала классное направление. Оно называется Magic Stones, что переводится как «магические камни». Это не совсем элемент идентики, это просто классный фирменный стиль, который будет располагаться на футболках и шоперах для всех тех, кто просто хочет что-то прикольное приобрести от студии. Также у студии есть приложение. В нем можно поймать свой поток и подключиться к нейромузыке в любой точке вообще мира. Будь то дома, будь то на работе. Это особенно хорошо для тех, кто не может прийти в студию и позаниматься. Также в приложении можно найти информацию о преподавателях, посмотреть расписание, записаться на практику, найти ответы на интересующие вас вопросы и просто на главной странице наблюдать афишу всех событий и новостей, особенно касаемо ретритов и новых направлений. Вот все. Всем спасибо. Я тогда начну. Очень классный взрослый уже тоже практический стиль. Вот, очень люблю, когда понятная метафора, все чисто, ровно, там, как бы, ну, можно там какие-то моменты обсуждать. В целом портрет очень понятный, очень там, достаточно точный. Да, спасибо. Вот. Вопрос. Я свой какой-то там триггерный поинт душнильный сформулирую через вопрос. Нет, не муж. Муж, он как раз там... Ну, там можно чуть-чуть придраться, но на самом деле прикольно. Вот, там нюанс. Муж хороший. А вот, там можно есть что обсудить, но это не сейчас. Но можно, но не буду. Вопрос про вот этот выход как бы в мерч, когда вы обсуждали ну, вот эту вот историю с вот этого вот базового майка и полностью убрали элементы стиля практически, обосновав это тем, что ну, типа нет. А есть основной элемент, принцип, метафора, вот это вот ребристое стекло. А у меня к вам вопрос. Были ли у вас попытки как-то вот этот принцип сохранить? Я сейчас верну на мерч.
На маечку, на маечку. Да, на маечку. И на сумочку, да. Смотрите, базовую линейку я выделила под конкретно занятия во время зала. Да. То есть это мерч, как видите, он не яркий. Я оставила идею о том, что ничего не должно отвлекать от практики, в том числе ребристые вот эти футболки с ярким цветом. Поэтому я оставила просто частички элемента стиля, это вот опорные точки, на которые крепятся слова. То есть считывается, что это мой проект, но при этом не привлекает к себе внимание лишнее. И для того, чтобы сделать какую-то яркую идентику, я сделала просто еще одно направление, которое чисто теоретически потом может коллаборации, в качестве коллаборации выступать с другими проектами и так далее. Вот здесь задумка была как раз в том, чтобы оставить светлые майки без какого-либо... Я понял. Можно ли было сохранить? Вопрос сам принцип. Он же может быть переложен в том числе на типографику. Вот это ребристый принцип где-то. Вообще, я думаю, что можно попробовать поэкспериментировать. Ну, просто если не пробовали, я предлагаю попробовать, потому что как бы принцип простой, классно раскладывается, потому что вы его использовали не только на фотостиле, вы его использовали на фонах, на текстурах, и можете точно так же на типографиках и на шейпах его использовать. Мне кажется, это маленькое такое добавление, потому что это обратило на себя внимание. Вот как раз выход из системы, потому что все было система, вышли. Поняла, вот, я попробую. Вот, обрати внимание. Так мне все очень понравилось, там можно теперь ругать, я все похвалил. Спасибо. Я позволю себе возразить Паше, потому что у нас есть набор стилеобразующих элементов, в которые есть внешняя коммуникация рекламная, соответственно, да, которая у нас... призывает людей, которые, возможно, об этом еще ничего не знают, не пробовали, но где-то слышали, уже начали интересоваться. Это одно дело. Сейчас мы показываем какой-то макет и говорим то, что это уже внутреннее развитие стиля на каком-то функциональном носителе, который создан не для внешней коммуникации, а для внутреннего какого-то практического применения. Типографика у нас достаточно, ну, скажем так, она не кричащая, она не броская, здесь нет никакой агитации, она достаточно мелкая и указывает на конкретные точки, да, то есть, и поэтому здесь именно я это называю именно развитие стиля с точки зрения функции каждого конкретного носителя, исходя из его как бы назначения. И не обязательно везде лить вот эти вот градиентные и наши вот эти вот тепловые карты. Во-первых, это очень удорожает саму продукцию, потому что запечатать одним цветом вот так футболку — это одна история, да, и вот лучше сделать, продумать какой-то классный, удобный крой для занятия йогой, вот, нежели наваливать на нее какую-то графику и удорожать печать. Вот. Уточню, Дим, я не предлагал делать градиенты здесь. Я предлагал шейпы пробовать бить, ну, что-то в типографике побить. Ну, когда именно тебе не нужно печатать градиент, ты можешь как бы форму как бы, ребрами чуть-чуть. У нас же уже есть прием, когда да. Они у нас указывают на какие-то, допустим, точки, да? То есть у нас есть там какой-то силуэт. Я понял. То есть то, что ты предлагаешь, это, ну, скорее наоборот, добавить какой-то прием, который у нас до этого нигде не применялся. Хорошо, тогда отвечу по-другому. Если это функциональная штука, тогда, может быть, стоило оставить только один лагашник? Чтобы совсем ничего не отвлекало. Ты как бы... Или, или, то, или ну, вот я за против полумер. Можно поэкспериментировать и попробовать. Нет, я скажу, что я пробовала резать логотип, просто он у нас выглядит достаточно базово, только с кругляшком от градуса. Если я начинаю его масштабировать также вот в эту рябь, то теряется вся концепция. То есть такое простое лого превращается в какую-то другую историю. Думаю, что можно просто клозапчиком показать вот эту типографику нашу. Да, можно. Потому что, возможно, да, чтобы мы поняли, что там у нас вот эти точки, и что они как бы здесь не навязчиво. Мне даже не столько важен как бы правильный ответ, сколько важно, чтобы вы об этом думали сейчас. Я просто тоже хочу, наверное, добавить. Мне кажется, что здесь почему возникло такое, да, как бы не то чтобы спор, но обсуждение. Мне кажется просто, что смотри, если, например, тебе этот носитель как бы, ну, не помогает максимально раскрыть твою идею, то есть презентация должна нам продавать твою классную идею. И если носитель действительно он важен для студии, да, но, например, как бы он не создает нам ощущение того, что это все-таки единая концепция, то грубо говоря, этот носитель ты показываешь потом клиенту, но как бы когда ты продаешь идею, ты показываешь именно то, что действительно ярко презентует ее. Я думаю, что проблема сейчас только в этом. То есть может ли быть такая футболка? Да, конечно, может быть, да. Но насколько действительно это нам помогает раскрыть суть и, да, твою визуальную метафору именно на данного носителя? Ну, скорее всего, не помогает. Вот, я думаю, что, возможно, в этом проблема.
Вот, а так действительно, вот все вот это выглядит потрясающе. Мне кажется, вот. Это большая мысль. Большое. Да. Или это когда... Сейчас показываю на экране. Это тот вариант плакатов, который тоже возможен, только с текстом. То есть вообще за основу я брала как раз вот этот плакат для работы с футболками. Но вообще я поняла, мне будет интересно попробовать как-то по-другому ее сделать. Я тоже добавлю, я не согласна с коллегами. Мне кажется, что как раз таки ты показываешь вероятность того, что у тебя есть несколько графических приемов, и в отсутствии возможности, например, распечатать, сделать полноцвет на ткани и потом шить из них футболки, ты можешь использовать только один прием, который все равно будет напоминать нам о бренде. Поэтому в этом ключе, мне кажется, что все логично. У тебя есть макеты, где есть много цвета, есть детали. У тебя есть, где есть... ребристости и этот текст. Есть, где есть ребристость, но текста очень мало. И есть, где нет ребристости, и есть текст. Все. Это все консистентно. Все супер. Спасибо большое. Я сейчас всех помирю. Тут, на самом деле, возможно, вопрос именно к подаче. И это просто на будущее, да? То, что скорее... То, наверное, просто эти футболки надо показать не на таком макапе, а показать их в работе. То есть прям в этой студии, и, возможно, на фоне мы там видим какие-то вот эти уже цвета этой непосредственно студии, и кто-то вот как на ваших, на фотостиле, да, когда мы там видим какие-то ракурсы разных поз, осан, вот здесь, возможно, просто надо футболку эту показать как бы вот в деле, а не да, в таком, возможно, всего, да. Просто таком, ну, немножко слегка коммерческом макапе по сравнению со всеми остальными изображениями, вот так, наверное. Да, спасибо большое за презентацию. Я уже отправила твой телеграм одной девочке, которая является управляющей йога-спейса. Супер. Знаешь, да, вот. Знаю, я тоже на них смотрела. Вот, а у них очень похожая идентика, но ты намного круче сделала визуальный язык, он супер просто донесся. Я скинула вот твои слайды какие-то, я думаю, что... Ты можешь купить вообще эту защиту. Вот, мне же понравилась экосистемность в приложении. Не хватило, может, каких-то более, мне кажется, каких-то вот игр с этим кругом, вот с этим формой, с материалами вот этих камней. Можно было засунуть это в диджиталку, тоже поиграть. Есть также какие-то дыры, пространство лишнее. То есть тоже мы понимаем, что у нас всегда там четное количество пикселей, отступов между контекстными блоками. То есть это все должно все равно восприниматься единым целым. И мы только отступами регулируем наполняемость от контента к контенту. Вот. Напрашивается в приложении прямая интеграция с Яндекс.Музыкой. Можно было их впихнуть, ставить, типа, что это интеграция. А вообще все. Я вообще в полном восторге. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Очень, очень. Поддержу только тезис про подачу, потому что, на самом деле, я еще раз вернусь. Клевый кейс. Все мне очень нравится. Вот и бывает очень досадно. Вот у меня на практике было сотни раз, когда просто очень классный проект, какая-то концепция рушилась из-за того, что я ее неправильно подал. Потому что как только вы оставляете пустоту для клиента, он тут же включает творчество и говорит, а давай мы сюда вот это сделаем. И все посыпалось. И говоришь, не надо, зачем? Ты не понимаешь, что ли? Все это все не будет работать. А он в этот момент себя чувствует дураком. У меня вот, ну, как бы это действительно момент такой, что я вот сейчас сыграл такого дурака, вот, и задал вопрос, который, может быть, вам в системе это не было уместно. Все было устроено красиво. Тут пришел Паша, говорит, а давай сюда это бахнем. И вот этот... А не, я просто на самом деле... Зачем? Я же тоже хвалю. Я же не ругаю. Я как бы переживаю за будущее. Просто говорю, вот этот момент... комментарий от Димы по поводу студии. Супер. Вот если девушка будет стоять на фоне постера, сейчас ты меня еще не остановишь, я еще буду говорить. Я бы, может, уже 5 минут тогда закончил. Спасибо. Даш, спасибо большое. Спасибо большое. Удачи в реализации. Всем привет, меня зовут Мария, и это мой дипломный проект «Фирменный стиль для ресторана с собаками и их хозяев». Это место, в которое можете прийти со своими питомцами и очень классно и весело провести свое время. Также там будет сервис направлен не только на хозяина, но и на собаку с предоставлением ряда услуг.
Также там будет проводиться множество очень классных мероприятий. Одно из них — это неделя ужинов в стиле разных стран породы собак. И вы сможете каждую неделю пробовать традиционные блюда разных стран. В этом проекте я использовала два фирменных стиля. Это ТТ Round Nui и Helvetica Life. На основе Round я разработала логотип. Также в моем проекте присутствуют три фирменных цвета. Они могут показаться вам ярким, но при этом они в очень холодных тонах. И основная фишка — это иллюстрации, разработанные вручную. Это собранные плакаты на основе всех элементов, шрифта, иллюстраций и цветов. Это приглашение на вот эти ужины, которые посвящены разным кухням. Это меню будет подаваться каждый вечер отдельно с блюдами именно тех кухонь, которые сейчас эта неделя. Это постоянное меню для людей и постоянное меню для самих собачек. Также вы можете видеть вариант разворота в журнале, соцсети и motion — это приглашение, то, что может быть в сторисах, видеть, когда будут приглашать на этот ужин. Также мерч. Это будет являться формой, и также можно будет приобрести его как для людей, так и для собачек. Наклейки и значки. И часть приложения я решила создать как помощник, потому что многие люди сталкиваются с проблемой, что не знают, чем кормить, особенно те, кто кормят натуральным, и с кем оставить своего питомца. Это путь, первый сценарий, где вы можете заказать еду для любого питомца с программой, с питанием. Вам будет описано блюдо, вам будет описано все, как вы. Даже будет чат с поддержкой, где вы можете написать специалисту, если у вас собака с аллергией, и вам подберут отдельный рацион. Это все будет заказано. И второй сценарий, посмотрите, пожалуйста, по QR-коду, потому что там подбор няни, передержки, прогулки. Вот. Спасибо. Пока извините. Паша молчит и занят. Мы заиграли с я все сказал. Я его опережу, чтобы он... очень такое классное сочетание типографики и иллюстраций. Тема проекта достаточно была непростая, именно, да, как нам тут увязать то, что это ресторан, куда можно прийти со своим питомцем, и так, чтобы это не выглядело так, как ресторан, где есть блюда из собак. И как, в общем, много всяких там визуальных проблем мы решали, да, вот. И в итоге это все благодаря Маше собралось в такую, правда, такой калейдоскоп, по которому, исходя из которого мы можем судить о каком-то, ну, таком характере, да, этого заведения. То есть, скорее всего, там царит атмосфера какого-то такого фудмола, да, в хорошем смысле, где можно попробовать разные блюда из разных мест. При этом мы можем смело, как не во все далеко заведения, пойти, ну, кроме кофеен, да, там каких-то локальных, не во все заведения можно прийти со своим питомцем. А здесь это уместно, это как раз, наверное, про Пашину, да, вот Паша сказал, то, что там с детьми тоже. Вот те, у кого люди с собаками, тоже испытывают, наверное, такие же абсолютно иногда ограничения, что они не могут провести там как-то выходные, как бы им хотелось, потому что у них есть обязательства, да, перед своими питомцами. Вот. И Маша в своем проекте решала в том числе и свою, я так понял, боль, да, у нее она как бы часть ЦА. Вот. Мне кажется, здесь очень классно уложилась и типографика, и иллюстрации, и то, что, правда, у нас есть очень мощный стилеобразующий элемент. Это наша, по сути, стилистика, да, была разработана иллюстративная, которая может, по сути, ну, до бесконечности масштабироваться и развиваться действительно вот на разные мультипликацию, сторис, соответственно, все макеты, которые могут быть заанимированы, они, скорее всего, должны быть заанимированы, естественно, это уже силами ни одного человека делается, вот, а так, я думаю, тоже это вполне себе такой кейс, который достоин реализации. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое за проект, меня это очень вдохновило на то, чтобы реально как-то еще посмотреть
может, мне завести собаку все же и попробовать как-то да, с ней повзаимодействовать и получить этот опыт и этот экспириенс. Вот. Мне очень понравился нейминг. Вообще выглядит достаточно свежо, запоминающаяся броска. Вот. Что касается приложения, у меня всего лишь один вопрос. Вот у вас там в нижнем меню, давайте откроем его, чтобы было просто нативно понятно. В нижнем меню есть чаты, я так понимаю, второй пункт меню. Там оповещение от приложения и чат, все вместе, потому что как бы делать отдельно, это немножко, наверное, странно. Вот я делала наподобие, которое приложение для нас, вот в GrooveFood, и там как бы поддержка и какая-то консультация, она всегда выглядит. Но здесь есть поддержка, там сам... По Flow через, через в конце, аккаунт. Вот в моем аккаунте, сейчас она покажет. Да, да, я увидела, да, это здорово, именно... что есть, да, два флоу, вот. Некоторые названия заголовков не совпадают с смыслом экрана, то есть там в корзине должна быть не выбрана еда, а корзинное название, но это тоже детали копирайтерские, вот. Еще, наверное, в начале ты прикольно рассказывал, что это ресторан, но приложение у тебя вообще оторвано от этого смысла, но больше про вот... знаешь, такой food experience в мире животных. Зооняня тоже очень... Почему не dog-sitter? Вот. Но вот я бы, на самом деле, иконку чата просто убрала, это как мой совет, и туда поставила вот про рестораны. Как раз история карты, навигация, что вот мы на карте, ищите нас. Я просто не хотела делать для ресторана, потому что... Во-первых, это такое место странное, не будет простой человек заказывать себе еду, которую там готовят на дом. Для этого есть куча разных ресторанов, это больше такая тема, поэтому я хотела этим приложением немножко обратить внимание на вот такую проблему, потому что он направлен на животных, и как бы если каких-то таких придумать себе в реалиях, то, возможно, сам ресторан будет и готовить эту еду для собак, ну вот, которую... Поэтому просто я не думаю, что люди бы обычные заказывали себе там пиццу, например, в моем ресторане, поэтому... Как-то я отошла от этого и сделала для собак приложение. Ух ты, прикольно. Это такой глубокий ресурс, я спрашивала, как бы я проводила интервью, поэтому оно это приложение. Прикольно. Ну, можно посмотреть еще в сторону там, для людей, для фанатов, для нефанатов, для таких пользователей, которые хотят завести собак. Вот. Но достаточно все выглядит мило, причесано. Спасибо большое. Спасибо. Я бы еще добавила, что мне понравилось, что ты придумала идею вот эту иллюстративную прям сразу, то есть сходу. Это было неожиданно там в самом начале понять, что ты уже как бы уверенно сразу придумала. Это было здорово. Здорово, что несмотря на то, что ты сразу придумала идею, ты подкрутила все детали, которые там вызывали вопросы там, с точки зрения выбора цвета и шрифтовых решений. И скажу, наверное, тоже, что я чаще всего замечаю у студентов, это, например, когда особенно используют иллюстративный стиль, это что отрисуют там три иллюстрации, и вот все эти три иллюстрации копируют на все носители, типа вот так работает. И тебе очень жалко от того, что хотелось бы увидеть потенциал проекта, а он застревает на трех иллюстрациях, и все. И ты сделала невероятное количество иллюстраций, много разных, так что действительно ты ощущаешь, что это сильно-сильно масштабируется. Поэтому спасибо за дачу, что не было, не знаю, лени, ограничений. Это здорово. Спасибо. Да. Прошу прощения, очень волнуюсь, буду подсматривать. Меня зовут Мария Вольмич. Мой проект посвящен музею моды. В настоящее время в Москве нет музея моды, но я фантазирую о том, каким бы он мог быть и каким бы мог быть его фирменный стиль. Я вижу это место как современное пространство в центре Москвы с постоянными экспозициями и также с площадкой для проведения выставок-блокбастеров известных дизайнеров. В качестве метафоры
я использовала отражение, так как мода отражает все, что происходит в мире, отражает социокультурные и политические события, и также отражает характер настроения дизайнеров. И отражает внутренний мир дизайнеров. Я рассматривала различные формы зеркал в поисках форм для проекта. И я использую обводку в виде рамки. Этот принцип будут транслировать на другие стилеобразующие элементы в проекте. Это фирменные цвета в музее. Слева основные цвета и справа дополнительные. Логотип музея. Здесь также используется принцип зеркального отражения. Две буквы М, одна из которых зеркально отражена. Также допускается вариант, когда одна из букв в обводке. Шрифты, которые я использовала в приложении, это ЦАРС, который хорошо подчеркивает настроение музея. И в качестве дополнительного функционального шрифта я использовала Веллингтонс. Здесь я показываю принцип сборки плакатов. Текст расположен вертикально и горизонтально и обрамляет объект. Это плакаты. Здесь я использую принцип отзеркаливания. Справа текст не читается. Он отзеркаливает информацию, которую можно легко прочитать в левой части плакатов. Плакаты в городской среде. Так может выглядеть плакат на носителе в журнале. Также я сверстала брошюру для выставки, которая могла бы пройти в этом музее. При верстке я также соблюдала принцип симметричности и зеркального отражения. Текст не зеркалится, но я использую компоновку текстовых блоков по зеркальному принципу. Это варианты открыток, которые могли бы быть выпущены к выставке. Это фирменная продукция музея, скетчбук. Слева скетчбук, также лимитированный выпуск к выставке в фирменных цветах музея. Чехлы для телефона также в фирменных цветах. Я использую формы рамок в обводке, которые отсылают к метафоре проекта. В свитшотах я добавила градиент в обводку. Это пример коммуникации в социальных сетях, Instagram. Основные экраны приложения. Приложение более свободная единица, и здесь фирменный стиль не проявляется. Я использовала функциональный шрифт Сан-Франциско в приложении. На главной странице можно ознакомиться с событиями, проходящими в музее, записаться на лекции и мастер-классы. Сканируя объект или QR-код, можно попасть на страницу экспоната, получить более подробную информацию об экспонате и дизайнере.
Из интересного приложения есть карта. Она поможет сориентироваться в пространстве музея. Спасибо. Можно я? Маш, спасибо большое за презентацию, за такую минутку эстетики. Чуть-чуть поувереннее, погромче. Такой у тебя классный визуал, классная презентация. Добавь еще немножко себя сюда, немножко своего какого-то вклада, в, не, чтобы мы не только картинки смотрели, но еще от тебя получали вот эту энергию. Кстати, вот насчет вайба. Хотела еще сказать на предыдущем выступлении Маши, вот, предыдущего проекта, то, что очень круто, что Маша вставила в начале фотографии, футажи с собачками. Это сразу очень круто настраивает на вайб проекта. То есть ты начинаешь уже настраиваться на то, что тебя примерно ждет. В целом, ваша презентация должна за очень-очень коротенький срок погрузить нас в настроение, в идентику вашего бренда. Это сложно довольно сделать только на графике, только на подаче. Здесь очень могут классно сработать как раз-таки и футажи, фотографии, ну то есть как-то это может подчеркнуть и помочь. Так вот, и здесь у меня случился небольшой диссонанс, потому что вначале, когда ты начала рассказывать про зеркала, вот про эти формы, я что-то смотрю, такая думаю, блин, ну что-то как-то же очень это все тривиально, и очень, ну, хотелось вот мода, это, да, что-то такое уже про современное, не только про историю моды, да. И потом ты показываешь вот эти вот плакаты офигенные, и я думаю, о, так это ж вообще про другое, я вот этого и ждала. А вот с самого начала, с захода презентации, то есть не было вот этого сразу эффекта, что ты все-таки здесь идешь в смелые какие-то решения. И старайтесь вот в своих презах сразу, мне кажется, в начале делать какой-то эффектный заход. Вот как тоже было с фото... вот этими motion, где там был еще и саунд-дизайн, и классные анимации. То есть ты сидишь, и ты все уже погрузился во всю эту атмосферу, и дальше уже смотришь остальные слайды немножко с другим настроением. Вот. Мне очень понравились плакаты, мне понравилось, что здесь как раз-таки уже есть что-то, какое-то современное видение, какой-то уже более свежий глоток воздуха. И как будто бы не везде тебе хватило смелости это поддержать. Вот мне кажется, что брошюры, они выглядят чуть более как-то сдержанно, более классически, хотя тоже очень красивые здесь и выбраны и фотографии, и в целом все эстетично, но хочется вот этой вот добавить какой-то дерзинки, которые есть у тебя в плакатах и в других носителях, я тоже видела такие. В соцсетях точно я видела это и где-то еще. Ну, в общем, как будто бы ты немножечко вот на таких американских горках, где-то ты забираешься на вот этот вот смелый холмик, а потом немножечко опять ныряешь в удобную, комфортную классику. Вот, мне кажется, что было бы клево везде добавить вот этого вот немножечко остринки. Вот, а так я вот лично кайфанула, визуально очень классно. Спасибо. Да. В продолжение я хочу чуть-чуть взять на себя там ответственности за то, что вот мы с вами по Motion обсуждали задачку, как крутить трехмерное зеркало. Я как бы поймал вашу задачу, как крутить трехмерное зеркало. Мы с вами это обсуждали. А проект это в итоге на самом деле отношения не имеет минимально. Я бы вам рекомендовал вот как бы вот поставьте это мне в вину, давайте мы про трехмерное зеркало вообще забудем, вот, потому что оно вам не нужно здесь, а то, что вам нужен классный модный фэшн-монтаж под клевую музыку с этими рамками, то есть продолжение вашего стиля вот в печатке, в постерах, где вы поверх видосов накладываете вот эти разные рамки в такт и в монтаж, под склейку, под музыку, будет бомба, будет та самая энергия, о которой говорит Аня. Будет, собственно говоря, гораздо чище читаться там ваша метафора, потому что эти рамочки они действительно классно работают, а в монтаже при переключении под музыку разные формы, разные заливки, разная фактура будет все очень красиво. Это прям, ну, это несложно сделать,
технически. У вас все ассеты есть, надо просто открыть таймлинию, накидать музыку и видосы, фэшн, всяких вот этих историй или постеров под музычку. Будет вот так. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо большое. У меня на самом деле хотела бы покопаться еще раз, да, вот в смыслах. Правильно я понимаю, что у вас идея — это то, что, по сути, мода отражает какую-то эпоху. Ну, то есть, что мода — это отражение какого-то там исторического периода, да, и каких-то важных поинтов, которые происходили в этот период. Правильно я поняла, считала? Да, и так, ну, и также мода может отражать... Можно погромче немножко? Да. Также мода может отражать настроение дизайнеров, их внутренний мир, их мысли и чувства. То есть мода отражает как внешний мир, это там, и политика, так и внутренний мир дизайнеров. Ну, и на самом деле вот здесь я бы как-то что-то одно бы выделила, потому что размывается, да, ваша идея. То есть вот на самом деле, что это какой-то культурно-исторический срез, это классная прям мысль, мне она очень нравится. И если бы, допустим, зеркалилось действительно как какие-то вехи, какая-то эпоха с тем, как это визуализировалось и соответственно, реализовывалась в моде, да, какой отклик находила, то вот это прям супер классная мысль, мне она очень нравится, это прям находка. Когда там уже начинает зеркалиться Александр Маккуин и его как бы изделия, то, соответственно, тут уже не совсем понятно, в чем зеркальность. Вот, и еще на самом деле хочется, наверное, про логотип сказать, что здесь как-то эти две буквы, они обе такие скорее про историю, чем про как бы отражение действительности. То есть если бы, например, ну, я бы делала, я бы, наверное, бы одну букву сделала совсем другой. То есть, что есть, ну, грубо говоря, там, есть эпоха, а есть то, что получилось, как бы, да, ну, то есть, с точки зрения как какое-то прочтение, с точки зрения веяния моды. То есть, они должны быть как бы разные, они не могут быть прям настолько одинаковыми, да, потому что, ну, все-таки это не одно и то же, вот. А так, в целом, задумка именно про зеркальность мне кажется очень классная. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, проект очень эстетичный. Вот. Насчет логотипа, возможно, я бы прислушался, взял это на заметку, можно еще поискать, действительно. И, возможно, действительно, вот вопросы уже не возникли, исходя из того, что, может быть, в самом начале не совсем точно именно позиционирование музея раскрывается. То есть это музей истории моды или музей моды. То есть вот чуть-чуть поточнее вот это вот сформулировать и действительно показать это все в начале, показать разные... Ну, у вас там были какие-то изображения, да, я помню, но они были скорее несколько, наверное, атмосферные, да, нежели погружающие именно в саму именно музейность какую-то и так далее. Ну, я понимаю, что это сложно, и, возможно, даже не наша с вами задача, да, именно манифест музея создавать, это отдельная история, это нужно прям целую бренд-платформу, правда, прописывать и разбираться вообще, про что этот музей сам, вот. В том ключе, в том объеме, который это на проекте было реализовано, это, ну, прям более чем достаточно, на самом деле, вот. Но вот по поводу того, что немножко... запуталось восприятие с точки зрения, наверное, правильнее, наверное, говорить отражение все время в качестве лейтмотива, в качестве основной метафоры, именно отражение, да, то есть не зеркальность, не зеркало, а именно отражение, а зеркало, рамки зеркала, зеркал у нас используется именно как символ. Да, некий, который он и связан с модой, потому что мы смотрим в зеркало, вот, и в целом это, как вы сказали, отражение каких-то социокультурных, политических и прочих всяких событий, происходящих в мире, сказываются на моду, вот, и, возможно, вот, да, Женю запутала вот эта, наверное, рамка с Александром Маккуином, потому что у нас до этого было какая-то, значит, то есть какое-то изделие, и что оно отражает, да, условно, какое-то тоже там явление, событие в культуре, в играх, в субкультуре и так далее, а здесь мы, по сути, показываем автора и его как бы работу именно флешем. Да? Это, опять-таки, ни в коем случае не какое-то там замечание, а вот именно как можно это дело вычистить прям до идеала. А так кейс абсолютно такой взрослый. Отдельное спасибо за верстку брошюры. Это вообще, ну, это уровень уже
Я считаю, прям курса выше верстать такие многостранички. И то, что вы здесь так раскрыли тонко тоже вот эту метафору отражения, да, что у вас симметричные полосы сделаны относительно друг друга. То есть так вот ненавязчиво. Вот. Так что спасибо, все очень классно. Спасибо. Добрый день, меня зовут Ерофеева Дарья. Тема моего проекта – разработка фирменного стиля для кинолагеря. Film Camp – это лагерь для взрослых, где снимают короткометражки под участием профессиональных режиссеров и операторов. Особенностью лагеря является то, что раз в год проводится фестиваль, на котором демонстрируются лучшие работы. В качестве метафоры, так как задача фирменного стиля была продемонстрировать экспертность в сфере кино и ощущение командной работы и ощущение сопричастности, были выбраны титры. Были выбраны как финальные титры, так как это место, где перечисляются все участники кинопроцесса, и титры киноафиш и постеров. В качестве шрифтов были выбраны шрифты студии TypeType. Это Blue Screens, геометрический гротеск с зауженными пропорциями, и Norms, более универсальный, но в то же время все равно в начертании Condensed, чтобы соответствовать общей концепции. Также одним из элементов является композиция, она симметрична и строится вокруг центральной оси. По этой композиции также, помимо того, что верстается текст, также формируется геометрический элемент, который напоминает нам форму финальных титров. На этом слайде продемонстрировано в целом, как формируется логотип. Это фирменные цвета. Черный и белый были выбраны, потому что это наиболее явная отсылка к титрам. И акцентный оранжевый. Тоже оттенки этого цвета мы можем часто встретить в открывающих титрах и в постерах и киноафишах. На основании всех вышеперечисленных принципов были собраны плакаты. Что мы можем заметить, это то, что еще использованы элементы эстетики киноафиш. В них расположена функциональная информация. Также геометрическая форма финальных титров может быть использована как маска для фотографий. И как текст разверстанные финальные титры, но там располагается тоже функциональная информация. Так плакаты выглядят в среде. В качестве печатной продукции разработаны еще листовки-открытки, которые могут располагаться в кофейнях или в творческих вузах, как рекламу. Другой вариант открытки. Социальные сети. В социальных сетях мы тоже используем системообразующую типографику и добавляем фирменный фотостиль. Пример Stories. В качестве мерча были разработаны футболки. В одной из них сегодня я тоже. Вот. На этом примере разверстаны мотивирующие фразы про кино. Это вы уже видели. Есть варианты, можно развивать по разным ролям данную идею. Также шопер. Здесь мы встречаем уже узнаваемую геометрическую форму. Приложение. Приложение является имиджевым, и могут использовать его не только участники кемпа, но концепция приложения в целом та же, что и у лагеря, что под наставничество можно создать что-то особенное. В приложении есть задание,
который пользователь может выполнить благодаря наблюдениям за окружающей средой или из подручных предметов. Здесь путь, как пользователь открывает инструкцию задания. Инструкция достаточно подробная. И публикует свою работу. На следующем слайде будет небольшой киноролик, который можно использовать в соцсетях и в качестве заставки к фильмам, созданным в Кэмпе. Спасибо. Красота. Спасибо большое. Нам, наверное, с Пашей как бальзам на душу эта тема и очень классный моушен. Ролик вообще отдельный респект. Он как раз-таки сделал такую жирную точку в твоей презентации. Он прям закончил вот этим вау-эффектом и как раз о том, о чем я говорила. Так ты довольно медленно-медленно расходилась. И в конце вот этот вот суперский... эффектный акцент, да, с роликом сработал вообще идеально. Хочу сказать, что на вот этих вот открытках оранжевый выглядит намного бодрее, на всякий случай всем тоже покажу, потому что, конечно, проектор у нас здесь сегодня не на руку студентам играет, потому что там я хотела сказать, что он какой-то грязноватый и, в общем, не очень как-то бодро выглядит здесь. Это... Да-да-да. Конечно, так намного свежее выглядит контраст, особенно с монохромными изображениями. Мне очень нравится. Хотела сказать, что мне очень понравились футболки еще. И сначала у меня тоже было немножко ощущение, что как-то все очень в зоне комфорта, все так очень четко, довольно понятны все приемы, которые с кино ассоциируются просто сразу. Все эти штуки мы видим каждый раз, когда ходим в кино и смотрим какие-то фильмы. И в целом там все было так аккуратно. Вот, когда увидела уже эти классные футболки и уже ролик, я поняла, что да, есть все-таки здесь какая-то тоже свежатина. Вот. Мне очень зашло. Спасибо. Спасибо. Да, отдельно от меня респект, что именно моушн используется для раскрытия метафоры. Классно. То есть вот не просто моушн ради моушна, а именно то, что вот он помогает вам раскрыть задумку. И это действительно здорово. Все, кто так сделал сегодня, все молодцы. Вот, вы в том числе. Вот. А от тебя, ну, очень мне нравится стилек, там и идеи, и как бы интересно. От тебя пожелание тоже подумать про развитие, там, может быть, вот этих вот рассветочек фестивальных в развитии стиля, да, они тоже, наверное, могут найти какое-то свое интересное место, потому что я так особо нигде этого не увидел, кроме вот как здесь. Может быть, я прослушал. А? Ну, свои веточки можно сделать. Свои веточки сделать их и развить как-то в этом. Тоже найти свое место в этом стиле. Внутри кемпа, может быть, какой-то там движ, как конкурс. Я не знаю, что-нибудь придумать. Что-нибудь. В общем, классно, спасибо. Спасибо. Да, у нас-то у Даши так и есть. То есть это в целом вот лагерь, где куда можно поехать взрослому человеку и выбрать себе какую-то роль в съемках короткометражного фильма, любую абсолютно. Если актерский талант, тебя могут, собственно, прокастить и взять в массовку, возможно. Можешь свет держать, можешь еще что-то. И потом в качестве еще имиджевого продукта, кампейна у этого лагеря есть собственный фестиваль, где они показывают, собственно, короткометражки, вот эти, которые были сняты. Вот. И поэтому, да, конечно же, тут, наверное, можно было еще сделать и какой-то событийный афиши вот к этому фестивалю, но это уже дополнительное время, ресурсы, и, в общем-то, я думаю, что Даша это понимает. Да, спасибо за комментарий, это можно развить просто еще. Если еще и какую-то событийную штуку оформить именно отдельно и сделать так, чтобы она выбрала в себя ДНК какие-то основного бренда, но при этом уже обладала и своей собственной какой-то уже айдентикой, но это как бы вот еще такое со звездочкой на будущее, чтобы прям реально это прям взрослый такой студийный, я бы даже сказал, кейс.
Я добавлю отдельное спасибо за то, что в большинстве случаев везде использовались собственные фотографии, то есть ты все распечатала, сама отсняла, я еще видела, продюсировала съемку, потому что ты там еще в роли модели. И для студенческого уровня еще и эти фотографии хорошо выглядят, то есть действительно можно оформлять это в кейс, отправлять там студенческую номинацию на какой-нибудь фестиваль, именно с точки зрения того, что у тебя здесь все собственной работы, то есть ты не скачивала макапы из интернета и на них накладывала. Это очень ценно, это очень здорово, это показывает, что ты делала все не в попыхах, у тебя был размеренный план, которого ты придерживалась. Вот, так что большое спасибо за такую работу. Спасибо большое. Да, хотела просто добавить, что ты можешь претендовать на какой-то грант вообще с этим фестивалем, кинолагерем. Ну, тема реально очень актуальная, очень круто оформлена. Видимо, ну, соглашусь с коллегами, что реально выглядит очень упакованно, очень чистенько, но у меня осталось впечатление, что с UX/UI немножко... такое, знаешь, не получилось. Либо не хватило времени. Но с UX/UI просто очень долго... Да. Да. Может быть, да, что-то еще раз посмотреть. Очень долго был поиск... идеи для приложения, непонятно было... Идеи у тебя на поверхности. Это просто навигация, кемп, что, о чем, когда. То есть приложение или там сервис о этом конкретном мероприятии. Ты прикольно сделала подход, что ты отошла от этого, попыталась что-то придумать, что-то новое, что-то, что не зафреймлено, типа, самим контекстом, но немножко не то, что ожидалось увидеть. Все достаточно сыровато, вот, но нужен еще один подход к этому. Хорошо. Но вообще я в восторге, хочу купить футболку Шопер. Где, скажи, когда? Спасибо тебе большое. Спасибо. Я еще, наверное, можно последний комментарий спрошу? Когда вот был твой суперклассный ролик в конце и шли титры, я почему-то в них искала Диму, Мишу. А можно еще потом посмотреть этот видеоролик, пожалуйста? А там были какие-то незнакомые мне имена, но, возможно, что это там твои друзья и семья, которые тебе помогали с проектом. Но было бы классно, это тоже зациклить. Ну да, то есть закольцевать твой проект. Вот. Там классная фишка, что какая твоя роль в проекте, мне очень понравилось. Но просто хотелось бы, да, как-то прикольно это зациклить, замкнуть. Хотелка несложно доделать. Вот на твоя роль остановить титр, чтобы он остался по центру. Твоя роль, и он курсор мигает. И он пересобирается в фильм-кэмп. То есть он в пикшот переходит. Все. Да. И вообще бомба. Да, да. Что твоя роль по центру. Ну, вообще, спасибо тебе большое. Спасибо. Очень круто. Все. Спасибо. Выходит Елена Березюк и готовится Олеся Пеневская. Я переживаю. Всем привет! Меня зовут Лена, и сегодня я расскажу про разработку фирменного стиля для проекта про вечеринки секретной локации. Целевая аудитория моего проекта — это жители города Москва, креативный класс, возраст 25-35 лет. Факты из исследования. Я провела исследование и выявила такую проблему. Что большинство людей хотят чего-то особенного, им надоела однотипность баров, и они хотят почувствовать себя уникальными.
И я нашла такое решение этой проблемы — ввести модерацию в свое приложение на возможность купить билет. И только после одобрения этой модерации вы можете приобрести билет. Об этом я еще подробно расскажу на слайде с приложением. Плюс у моих вечеринок всегда секретные локации, и локация становится известна только в день проведения вечеринки. Это подогревает интерес к моему проекту. В проекте я использовала два шрифта. Один использовала для логотипа. Это жирное геометричное начертание. И для основной коммуникации я использовала более спокойный гротеск, чтобы он был хорошо читаемый. И цвет я использовала один, зеленый. Сейчас вы поймете, почему. Так как название моего проекта — огурчик. Вот. И это поп-ап настоечное. Ой. И главное... Ёпт, извините. Это... Главная метафора моего проекта является лотерейный билет, а именно скретч-слой, за которым скрывается информация о локации. Основную информацию я оставила открытой, так как будто этот слой уже стертый. Вот. И тут можно увидеть, что часть локации, она как бы приоткрыта, но полностью открывается уже в день вечеринки. Так плакаты выглядят в городской среде. Также еще был разработан отдельный вид афиш, которые представлены в форме банки огурца, и на них только логотип и QR-код, чтобы это привлекало больше внимания, и человек точно захотел отсканить QR-код. Формат меню был разработан как наклейка на банке огурца. Вот, и, конечно, лучше, чтобы это было много огурцов, они стояли на барной стойке, и это было интересно, не просто бумажка. Также я разработала дизайн наклеек на бутылки настоек, так как это мой основной продукт, и они в таких будут маленьких бутылочках, что удобно брать с собой и сразу много пить, не в рюмках. Также работает... Мерч будет, нет? Подождите, мерч, подождите. Я сегодня на такси приехал. Также разработала стикер-пак. Он еще будет работать как вход на вечеринку вместо билета. Можно его наклеить на любое место. Вот, просто оставила иллюстрацию и какие-то фразы добавила. Также разработала пригласительный билет в виде лотерейного билета, где сама локация скрыта за слоем. И еще разработала сами лотерейные билеты, где можно выиграть настойку. Это такое развлечение, типа на вечеринке можно сделать. Вот. Еще на вечеринках предусматривается еда, поэтому я разработала упаковку и бердекели под стаканы. Оформила соцсети. Оформила соцсети, сетку Инстаграма и добавила анимацию в сторис, где также использовала фирменный прием, но при этом разбавила просто фотографиями на фоне с моим фирменным шрифтом. И также в историю вот добавила фотографию в форме моего скретча. Вот так я поработала с мерчом. Я решила не применять там мой прием, а просто оставить как имиджевую историю. Оставила свою иллюстрацию огурца и добавила прикольные фразы, которые эмоционально подходят моему проекту. Жить, тусить и все такое. Вот, мое приложение. Вот, и, собственно, приложение, оно создано для того, чтобы оставить там заявку на возможность купить билет, и после в уведомлениях можно увидеть, одобрена ли локация и вообще сама локация. Также еще там можно купить мерч, вот так открыть, полистать. И на главной странице у меня есть тоже баланс, что можно пополнять и покупать. Там своя валюта — огурчики. И если ты привязываешь эту валюту, то там есть счетчик настоек, что типа можно посчитать, сколько ты настоек выпил за вечер.
Ух, все. А можно сразу вопрос? Номерок из Twin Peaks, да? Да, да, это так, номер от Миши, да. Мне просто очень нравится эта форма. Вообще очень прикольно. Я думаю, в этом смысл какой-то есть, не только форма. Что-что? Я думал, в этом смысл заложен еще какой-то. Нет, нет, но нет. Это просто сейчас ладно. Имиджевые такие брелки, ладно. И они часто встречаются, вот, и я решила тоже такую штучку сделать. Да, Лен, спасибо большое тебе за такую интересную, свежую идею и проект. У меня вопрос. Я немножко запуталась. Вот все же это что? Это поп-ап настойчная, это тусовка, это кафе, это ивент. Непонятно, типа, вот в чем продукт? Да, это поп-ап настойчная с вечеринками. То есть... У них вечеринки проходят в разных локациях всегда, и это как бы не какое-то место, не бар, не кафе, это просто мероприятие с настойками и секретными локациями. Вот короче, так. Мероприятие с топкой. Да, типа. Да. Угу. Супер. Вначале я не поняла вот эту, как ты подружила лотерейный билет и огуречник. Так вот, да. Так как-то не дружится. Но потом, когда увидела вот этот тайный формат... Я все дошло. Вначале не хватило, вот как очень много было разношерстных концепций, которые вот непонятно, как они подружились. Вот сейчас, в принципе, плюс-минус все сошло. Единственное, конечно, на стойке я бы делала тоже огурца, прям вот его как-то обыгрывала его форму. Вот. Но здесь тоже тонкая игра со смыслами. Достаточно такая дорожка. Но я думаю, что твоя целевая аудитория это все понимает. И на нее как раз и был акцент, чтобы она это замечала. Вот, у меня все. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я бы, наверное, еще сказала... Да, все, да, Паша, теперь занят другими закрыть. Интересными делами. Я хотела, на самом деле, сказать спасибо. Действительно, выглядит очень классно, очень по как-то... Действительно, ну, как будто бы по-взрослому. На самом деле, мне захотелось в конце еще, чтобы, например, был какой-то мерч в стиле антипохмела, и это была бы действительно баночка огурцов. И, возможно, что-то еще, да, какой-нибудь наборчик, как раз, что после, даже после этой вечеринки как раз ты остаешься огурцом и приходи на следующее. Да. Так, спасибо. Спасибо. Классный стиль, спасибо. А это хотел еще сказать, простите. От меня отдельный респект за каунтер выпитых напитков в приложении. Предлагаю еще добавить туда лимит, чтобы после так, какой-то... Кстати. Сам выставляешь себе лимит, если ты его превышаешь, у тебя со счета деньги списываются. Да. Что-нибудь такое. По поводу моушена, мне очень понравилось, как ты поддержала концепцию скрыча. И вообще вот эти вот маски... Мне кажется, они клевые. Можно где-то их сделать чуть быстрее, ну, то есть, чтобы мы не целиком видели на протяжении всего времени, когда ну, целиком вся фраза открывается, да. Может быть, что-то уже есть немножечко открытое, а что-то мы где-то доскребаем. Вот, потому что довольно долго это времени занимает. Вот. И немножечко меня смущает вигл на огурце. Как будто бы немножко не отсюда. Вот баунс где-то ты использовала, он, наверное, больше подходит по стилистике, а вот вигл скорее нет, потому что он какой-то более такой здесь, ну, не знаю, в общем, он более воздушный, что ли, но вот как будто не очень мне вяжется. Вот. А в целом тоже мне понравилось, что свежо, и мне кажется, очень прямое попадание в целевую аудиторию. Спасибо. Супер. Единственное, что заметила, что немножко в печати зеленый цвет отличается. Наверное, просто скорость времени немножко не хватило, но твой цвет, который в презентации, он больше подходит за счет того, что в этом зеленом можно, знаешь, чуть-чуть где-то помоднее, построже его воспринять, а где-то как бы такой молодежный, стилевый, легкий. А этот тепленький получился, и он такой слишком мягкий. А так супер. Спасибо. Да, цвет передачи это, видимо, без цветопроб как бы не обойдешься. Это мы знаем, да, что печать это отдельный вообще продакшн, это отдельная как бы работа. Вот. Спасибо, очень классный, правда, свежий, яркий, понятный стиль и проект. И действительно, я согласен с Аней, что очень хорошо попадает в ЦА.
Вот, отдельное спасибо за, то есть я не знаю, заметили вы за настойками там или нет, но еще классный копирайт у всех у этих вот стикеров. А, угу, спасибо, окей, все. Все, Лен, спасибо большое. Спасибо вам большое. Всем привет, меня зовут Пеневская Олеся, и я представлю свою идентику для дизайн-комьюнити, которая называется Люстра. И Люстра — это комьюнити для джунов, которые хотят развиваться в коммуникационном дизайне, потому что в целом сталкиваются они с тем, что на своих первых работах у них достаточно базовые, скучные даже могут быть обязанности, не хватает свободы самовыражения. Но как раз Люстра не имеет никаких рамок, не имеет наставников, и здесь вместе с другими джунами можно продолжать творить, развивать какой-то свой собственный стиль, ну и в целом продолжать искать себя. Также само название отсылает к иллюстратору, как в целом к такому первому инструменту, с которыми сталкиваются дизайнеры на своем пути. И в поиске каких-то решений я брала иллюстратор как такой основной инструмент, как основную метафору, поэтому здесь можно увидеть динамический первый слой, где навалено много эффектов, и потому что в целом джуны имеют тенденцию, когда находят для себя любимый какой-то инструмент и используют его абсолютно везде, как у меня, допустим, было с трейсом. Но также хочется это все уравновесить, поэтому появляется второй, более статичный слой, именно типографический. Мы видим сам логотип люстру, видим типографику, и так хочется сделать тоже необычненько, это все отбивается непосредственно по правому флагу. И в целом здесь еще можно увидеть, что появляется плашка, которая немного выглядит резкой. Она несет не только функциональность, потому что нам нужно читать шрифт на достаточно шумном фоне, но еще и некую такую детскую эстетику. Можно обратить внимание, что граница проходит по высоте строчных знаков, и какие-то выносные элементы букв остаются за пределами плашки. Как основной шрифт я брала гельветику, потому что, не знаю, типографику, можно взять ее, и уже будет все не так плохо. Здесь мы видим уже плакаты в печатном варианте в городской среде, которые мы видели ранее. Появляются также скетчбуки, где элементы фирменного стиля существуют уже по раздельности, то есть где-то существуют непосредственно плашки с текстом, где-то в развороте появляются сами графические элементы, тоже уже без типографики. Также есть некоторые имиджевые носители, где можно экспериментировать, пробовать, добавлять, убирать. Допустим, кто-то пользуется сейчас уже такими флешками. Люстра, скорее всего, да. И также есть стикеры с забавным копирайтом. Футболка, которая расскажет довольно подробно, кто же такой джун, с его болями, попытками изучать типографику и сменкой в школу дизайна. А также появляются у нас социальные сети, так как комьюнити функционирует, в том числе и очно, проводят какие-то воркшопы, где вместе все тренируются, то хочется рассказывать по-разному. О совершенно разных форматах начинают как раз-таки элементы фирменного стиля компоноваться также в разных форматах. Появляется и фотостиль, где неумело используются пресеты с телефона совместно с плашками либо обтравкой. И если о каких-то очных мероприятиях мы узнаем из Инстаграма, то хочется индивидуально что-то для себя поделать в приложении. Здесь при регистрации можно выбрать направление, которое нравится, и они сформируют в дальнейшем уже непосредственно те задания, которые будет участник комьюнити получать. То есть основная фишка — это челлендж, который можно запускать снова и снова, творить новые работы и непосредственно знакомиться с этим в плане участников, кто что публиковал, переходить на каких-то их социальные сети, чтобы знакомиться, ну и заполнять свой личный профиль, где можно публиковать работы, наращивать уровень и получать все новые и новые челленджи. На этом все. Спасибо за внимание. И я понимаю, что вы не джуны, но, возможно, стикеры вам пригодятся и понравятся.
Спасибо большое. Очень честный проект. Респект за уровень самоиронии. Вот. На самом деле, действительно, все классно и по поводу и копирайтов, и по поводу того, что действительно гельветика с люстрой в базе. С этого мы начинаем. Вот такое как раз такая пионерская история джуновская. Там, ну, классно. То есть я словил настроение. Вот. Мне очень понравилось. Респект за все тесты в Motion. Все, что вы обещали попробовать, вы все попробовали. Получилось вполне себе даже как бы, ну, как бы по задумке. Метафора раскрылась. Спасибо большое. Спасибо большое. Ваша консультация, правда, тогда очень помогла, потому что хотелось анимировать нижний слой, и нижний слой всегда был разный, и вот как раз как-то помогло все это в поиске решений. Да, спасибо большое за такую палитру цветов, приятную глазу. Единственное, мне хотелось бы спросить про исследования. Ты ресерчила какие-то боли, вот джунов, прям есть какие-то инсайты? В целом, как раз, когда проводилось исследование, да, у многих возникали проблемы с тем, чтобы знакомиться в целом с другими дизайнерами, поэтому так и подошла комьюнити. Были проблемы с тем, чтобы развиваться самостоятельно, потому что есть обучение, но оно когда-то заканчивается. Находится первая работа, и там, допустим, основная обязанность — множить макеты. А как искать себя дальше и оформлять все в портфолио, которое хочешь делать ты сам? Здесь уже вопрос, поэтому так и появилось непосредственно приложение, где можно самому, допустим, даже без комьюнити, пробовать что-то делать и наращивать этот скилл, который потом развивается уже в какие-то конкретные работы. Да, я как раз хотела тебя услышать, что ты шла от болей все же и от запроса, потому что мне первоначально показалось, что приложение — это какой-то минимал челлендж. А все равно у джунов самая большая боль — это про комьюнити, про рост, про общение и как бы no stress zone, как говорится, чтобы как бы чувствовать себя в потоке. Вот, наверное, тоже обучение, может быть, какой-то функционал там образовательный можно было потянуть там по видео, какой-то соцсети там микрообучающих роликов, они делятся с друг другом знаниями, шерят, вот. Челлендж как-то достаточно алково выглядит, вот. Да, я думала об этом, но как раз хотелось на первых порах, получается, грубо говоря, если проект запускается, развести это со всеми школами, курсами дизайна, когда, получается, у комьюнити нет никакого бюджета, и это не превратилось бы в какой-то странный формат, вот у нас онлайн бесплатно и так далее. Все-таки здесь про то, что мы собираемся, мы вот так вот делаем, хочешь — присоединяйся, не хочешь — попробуй наше приложение. И, ну, такой вот базовый драфтовый вариант: хочу челлендж, попробовать, потыкать, понравилось — супер, оставайся с нами. И поэтому вот такой формат, возможно, с точки зрения развития дальнейшего стиля и развития комьюнити, это может уже приобретать другие форматы, потому что участники когда-то все-таки вырастут и смогут делиться уже экспертизой, а не только своим временем, вниманием, для того, чтобы вместе что-то классное делать. Ну, вообще прикольно, да. Я захотела стать женой. Спасибо большое за работу. Классно, как все ожило. Классно, как все выстроилось. Отдельно мне понравился еще тогда, сейчас он у тебя докручен, логотип с вот этим как будто бы люстрой. Наверное, единственное, что бы я поправила, но и то, мне кажется, что это просто такой скилл, который там со временем приобретается, я бы поправила фотостиль, который у тебя выбран для приложения. То есть в приложении фотографии как будто бы чуть-чуть олдскульные, и хотелось бы что-нибудь повкуснее для твоей целевой аудитории подобрать, потому что идея классная, выглядит хорошо, просто фотография немножко выбивается. Например, в соцсетях фотографии классные, а вот приложение я бы фотостиль поменяла. Вот. Кстати, еще я походила по приложению и поняла, что будь я новичком, я бы с огромным удовольствием в чем-то подобном поучаствовала, потому что конкурсная основа, она всегда позволяет тебе со стороны взглянуть на свою работу, так как ты можешь получить оценку. Это здорово. Спасибо большое. Я согласна про фотостиль. Здесь правда можно поработать. Но вот правда у меня не хватило, наверное, скилла на сам фотостиль. Я еще, наверное, тоже хочу добавить. Ну, нет, Дима хочет сказать. Ладно.
На самом деле, я хотела сказать, да, спасибо тебе большое. Я, на самом деле, проснулась амбициозности вообще твоей задачи. То есть мы все понимаем, что как сложно делать дизайнер, то что-то для дизайнера. Это примерно то же самое, как, не знаю, разработать себе там визуальный стиль, да, там, там не знаю, студии имени себя. То есть ты вообще не понимаешь, ну, то есть, как бы, да, куда идти, потому что кажется, что, ну, как бы, вот кто такие вообще дизайнеры, да, ну, то есть, да, они могут быть абсолютно разными, с разными стилями, предпочтениями, да, вот мы сегодня как раз смотрим очень много работ, все в разных абсолютно каких-то визуальных направлениях, да, с разными визуальными приемами, то есть, вот совершенно непонятно, как анализировать в целом, да, с точки зрения какого-то визуального оформления какой-то дизайн-комьюнити, это всегда, мне кажется, самая сложная задача, вот, и на самом деле очень классно, что ты здесь обыграла это все через классный копирайт, через какие-то инсайты, да, видимо, какие-то вот и твои, и твоих, может быть, близких по духу людей, мне это очень понравилось. То есть с точки зрения визуала, да, ну, вполне ровно, как бы окей, а именно эта вот перчинка добавляет действительно вот этот потрясающий стикер-пак. Казалось бы, да, максимально лаконичный, понятный, как бы сверстанный, там, не знаю, за час, да, там, или там полчаса, но настолько круто, что прям хочется забрать его себе. Единственный, наверное, вопрос... возможно, я что-то не знаю. Меня удивила фраза «Мама, прости, я дизайнер». А что, это как бы стыдно, да? Родители не любят дизайнеров? Ну, во-первых, можно посмотреть на эту на вот эту фотографию. И когда мама спросит, чем ты занимаешься на учебе, я скажу, это моя финальная презентация. И вот, ну, после этого хочется правда сказать, мама, прости, я дизайнер. Но это скорее как такая шутка, где ты вот в таком творческом полете ищешь совершенно отлетевшие порой варианты решения, но при этом наращиваешь какой-то довольно определенный скилл, который выливается все-таки в структуру, и улучшать твои будущие проекты, возможно, не такие размашистые, а более лаконичные. Вот. То есть мама была бы рада, что если бы ты пошла в IT, программисты. Хорошо, ладно, спасибо. Спасибо большое. Ну, это скорее шутка про необратимость пути. То есть все. Мне кажется, самым главным ответом на и комментарием на этот стиль сейчас был у Маши, которая в конце так ненавязчиво и между делом сказала то, что хочется опять стать джуном. Вот мне кажется, это как раз самый классный комментарий, классная оценка для этого проекта, что как раз-таки вот это да, состояние, когда ты джун, они сами джуны этого состояния не ценят. Когда они могут вытворять вообще все, что угодно, и при этом им за это ничего не будет особо, потому что получат все... То есть, денег тоже не будет. А? Но ничего не будет, и денег тоже. Да, и не в них счастье. Поэтому и прости, мама, понимаешь? Вот, так что... Да, мне кажется, это такой настроенческий лайфстайловый проект про комьюнити джунов, где они могут вот свои недостатки сделать из этого свои достоинства. И делать такое, что не могут себе позволить делать там дизайнеры, которые уже как раз-таки, вот ты говоришь, там зарабатывают, и которые все делают, все на все смотрят через призму прагматизма, брифа, реализации продакшенов там и всего остального. Вот, это как раз про такую свободу творчества, тем ограниченным инструменталом, которым ты владеешь. Вот. Спасибо большое. Да, спасибо вам большое.